Ну куда я лезу, блядь? Три, два, Лёха, давай смотрю. Мы летим, ребят. Картой. Летим вот тут туда. Хабарик, летим. Хабарик, давайте. Какой хабарик? Ну вон, ай хабарик. Да, можно хабарик. Лёха, в хабарь падаем. В конце, короче, не спеши. Ну как не спеши? Мы уже до него долетаем. Да, да, да. Давай уже, давай. Подходи к компьютеру. Моя самая любимая карта. Диджей Офай, диджей Офай. Бля, сейчас я Никитосу скручу, блядь. Он от микрофона гоняет. Поговори. Хабарик. Летим в хабарик. Нормально? Реально есть город в честь Лёхи. Спасибо за подписку. Охуеть, это мой город, блядь. Спасибо большое, Джонни, your official fan. Спасибо большое за саб. Спасибо, брат. Ебать, туда летят. Тут уже типы разбились. Тут весь сервер, все 50 рыл, высадка, блядь. А тут 52 уже 50 человек, охуеть. Но да, они это, видимо, законнектились и выходят, да. Да. Пиши в ЛС Йоги, Ольга прикалывается с его аккаунта. Я не верю в эту хуйню. Какого хуйня? Еще угораете, какая нахуй Ольга? Блять, очень много народу, братва. Блять, уже что-то взрывается, нахуй! Это что за хуйня? Я бомбу-липучку нашел! Крутой. На кого кто прилепить? Кликает? Какой кликает, нахуй? Слышно, блядь. Извините. Давай, потише, веди себя, блядь, обезьяна. Это у меня такие кейкапы. Ты никогда не кликал до этого, ты, блядь. Да? Зло. Да, тебе вообще никогда не было слышно. Блядь, у меня дом с нихуя. У меня базука. Сука, у меня морковка, блядь. Спасибо большое, крысик, за сап, спасибо большое. А мы рядом, в принципе, да? Я пошел выбивать, слышишь? Да я ебал ту карту играть, галимую. Вы знаете, кто где? Есть какая-то инфа? Не-не-не, вообще инфы нету. Вообще никого не вижу. Рядом со мной никого. Но будто падало до хуя народу. Нихуя кулемет, слышишь? Вот такая тактика у нас. Ебать, там стреляют. Рядом с нами будто есть. Ну, под нами будто бы, да. Да-да-да, под нами есть. Да-да-да, под нами чипы. Вот здесь, на синем. Пометь. Парни, я на балконе сейчас сижу, у меня золотой. Один на втором этаже на синей метке. У меня золотой! Это что за хуйня? Это я стреляю. Бля, ебанат! Думал, в меня летит уже, нахуй. Я золотой, вин 94, есть чё. Иди нахуй, убейся. И с морковкой, посмотри на мой сетап. Блядь. Тут максимум, кстати, x4, и то сыр. Ой, меня целят, Никитос, синий. Постреляй, синий у Никитос. Бля, охуеть. Бля, я пошёл их выебу, слышишь? Я ему, блядь, шлем сбил. Вот тут, они будут поднимать его. Будут поднимать на втором этаже, если есть граната. На оранжевый? Да. Одного еще ног. Минка пошла! Бам! Я ще им бимбу тоже накину. Я что-то взорвал. Тот самый террорист. Я закинул бомбу, Леха, не поднимайся, братуха! Поднимайся, взорвалась. Я врываюсь, брат. Кто-то был со мной, подкрепление, поем. Давай. Врывайся, ты первый. Если на втором этаже, не на втором этаже, брат, на втором. Да, они подожгли. Я бинтуюсь. Никитос, смотри, чтобы не выпрыгнули. Есть хаешка какая-то, Никитос, дать хаешку. У меня только смоки. Тут X2 лежит, есть еще. Че, без гранат войдем? Сейчас взлетим. Хорошо! Нахуй! Сзади! В окне сзади! Найс! Урони, твари! У меня патроны. Я горю, Никитос, подними его! И меня, братуха, сейчас будешь поднимать. У меня лоу хп. Какая мразь, ебать. Меня добили, сучки. Какой мудак. Опа, мы в топ-12. Нормально, блядь. Бля, я так охуел, дядя, поднимаюсь наверх, стоит с вот такой булдыгой. Бля, ебать, просто в рот мне пихает, нахуй. В таком же доме, помнишь, ты взорвал так же. Такая же ситуация. Нет, он дальше стоял. Вы помните, у меня был такой клип, где я стою на лестнице, просто с этой хуйней. Поднимаюсь наверх, впритык в типа смотрю, блядь, ебаный насос. Блядь, это просто пи***ц. Мы через неделю идем бэкрумсы стримить, мнение. Сюда! Я очень хочу, мне не хотелось до этого, а вот я постримил позавчера бэкрумс, и мне очень хочется через братвой со всеми вами уёбками. Новый?
Там новый еще выходит. Backrooms Rack. Так, ребят, придется без Никиты играть, но я, в принципе, ну, я думаю, Никита легко замену найти, просто какую-то обезьяну берем, которая периодически звуки будет какие-то выкрикивать. Алика посадить. Этого? Алик, да, да, да. Бля, прикинь, он оживет, когда ты и ночью тебя душить начнет. В смысле оживет, он уже живой. Он просто на стриме стесняется ходить, он же на самом деле, да, мы с ним спим вместе. Где нахуй сюда? Это нахуй такие сюда? Личные... Не, нет, мы в плане просто в обнимку, мы не геи. Не, не, у него есть девочка, он с ней в интернете общается. Ну, а в этом бы ничего такого не было, я так понимаю, он с Гошей еще тоже спит. С Гошей, не, мы просто дружим все. Но у него есть девочка, он с ней в интернете общается, у него в ВКонтакте они общаются. И как зовут новую избранницу? Маша. У тебя окно открывается? Да. Выкидывай. Себя или? Вычеркиваем. Вместе нахуй. А куда тут падать? Я клюк. Васап, Лёха, как дела у тебя? Давай, все, давай, командир, капитан. Прошу, раз, все, пойдем в центр. Передай привет Кирюхе Корец. Кирюха, this was Савски, спасибо большое. My life, my life. You да, got me. Такая, типа... You got me. You got sunset. Me. Кстати, да, sunset. Погнали вот сюда. Я не знаю, куда падать. Куда мы летим? Давай, Фуха, давай в город, давай в город. Давай, давай, давай. Поебахтунг. Че, с нами есть кто-то, нет? Не вижу. Охуеть! Весь охуеть, город наш! Город наш! Еби меня, нежно! Наша нахуй съедена! Ебать. Потом типы падают в маленькие деревушки вон впереди, но в город решили не падать. А, нубики с цикульки. Никитос, я как скоро увижу в киллфиде, что они тебя уебали. С мортером. Через 5 сейчас, как только подъедут. Дамы и господа, фиксируем. По новой информации, город Алькантара был захвачен 3 преступниками. Один из них... Кто там один из них-то? Не захотел тебя обзывать пока что. Было рано. Пока что. Вот так вот. Бля, можно уже просто выходить пиздиться. Мне, кстати, в последнее время вообще не нравится М24, вот это вот ебень. Мне нравятся скорострельные снайперки. Мне, бля, какая вам стопа больше нравится, чат? Мне пи***ц нравится миник. Я у Серёги, он очень скорострельный. Я у Серёги на стриме поиграл с миником. Ебаный насос, блядь. Я всю жизнь любил М24. Выйди, ебать. Но потом, когда я понял, что я, ну... попадаю. Не даешь ебало. Один выстрел из 50, я понял, что ну, было бы охуенно стрелять с миника, и с миника вообще охуеть. Мини 0 урона, но если в пол наваливает, ну я понимаю, у тебя вряд ли получается, поэтому я и стрим запустил, чтобы ты лошара ебать посмотрел, нахуй, как люди стрелять умеют. Вот так. На, X8, вопросы. Бинокль скоро сейчас соберет. У меня пока нет такого. You got me. You got me. Мало в мало. Откуда текст знаем на память? Вопрос. Жуковой добили доната на 104%. Ребят, если что, у меня тоже сбор на лечение моего гастрита. Поэтому, пожалуйста, поддержите меня донатом. Ребят, скиньте денежку. У меня гастрит, я скоро умру. Пожалуйста, поддержите донатиком. Собираем деньги, ребят. Не хотите не видеть Лёху больше? My life. Блять, а напишите Жуков. Подождите. Ты что, Жуковой на стриме сидишь до сих пор? Спасибо большое, брат. По телу, да. Передай саламчик старичку. Спасибо. Бля, брат, донаты офнулись. Страничка с донатами навернулась. Сейчас, сек. Ёп. Сколько? Это столько закинули, чтобы ты не умирал? 200 упало, я чуть не охуел. Жизни. Саламчик, Ярик, спасибо большое за 200, брат, спасибо. Жуковая, 2 вида нанатов. Слышь, ты что у нее на стриме делаешь до сих пор? А? Скажите, что Леха умирает, ему нужно, чтобы ты вернула донаты его подписчикам. Тихо, ты, прикинь, пришел в чате, насрал еще. А ну-ка, верни, нахуй, бабки. Ааа, я выпал, блядь. Куда?
С окна. Да, ну что-то я все залутал, но нету именно так какого-то крутого, типа третьего порт. Третий бэк. 8x. Только сказал, чел, подбираю нахуй мгновенно. Я могу найти себе нормальную. Кого? Волыну нормальную, вторую могу найти. Волыну? Да. Я видел там этот... Каким вот, образом? Вектор лежит. Надо? Не-не-не. Тут все оружие мира, блядь. Вот просто все, которые в игре есть. Братишка, а зачем тебе второе оружие? Ты же его даже взять не успеешь. То есть основное возьми, вот, лом или мачете, брат, тут в одной комнате лежит. Сейчас только дай мне прицелиться. Наоборот, можешь взять... Твоя попа будет ранена, блядь, дружище. Дай только в скоб посмотри. Блядь, какие там третий вес был. А это ж два ковбоя, у них это... Дуэль. Придется использовать свою большую аптечку. Блядь, нет, пожалуйста, запей какую-то хуйню, я тебя умоляю, не юзай ты большую аптеку. На мне драгунов, если чё. Я очень хочу миник, пи***ц. Мне прям нядя миник, мне прям нядя, ну да. Я его видел вот в этом ангаре, но далеко-далеко, как бы. Вот в этот я падал. На оранжевый. Я бы взял себе все на пятерках, понял? А я так и сделал. Притом, я теперь знаешь, как хочу? Каждую катку с разным оружием играть. О, как! Нихуя себе челлендж. МК-УК. Что в каждой хуй, правильно понимаю? Спасибо большое за саб, броски. Спасибо большое, броски, за сосиску. Спасибо большое за сосиску. Ебать, тут три миника в этом ангаре, блядь. Дай тег. На синий. Да. От гастри. Спасибо, спасибо огромное за 1000, дядь. Спасибо большое. Все, спонсор моего лечения от гастрита, ребят, секрета в чате. Поддержим. А, это ты, этот папа, что ли? Тогда ладно, ребят, можете тебя когда не поддерживать. Спасибо, брат. Выше 4x реально не нахожу. 6 3, у меня 3, в доме, 4. У меня в доме 6. Лечу. На втором этаже вот. Где-то. Или на первом. Или я в соседнем доме, я забыл, дядь. Нихуя у тебя это. Я забыл. Братва, вы помните, тут где-то x6 лежал. Я клянусь, я видел x6 вот где-то здесь. Третий вес. Спасибо за подписку. Ебать, приехали. Спасибо большое за сам. Аирдроп пусть упадет на край зоны, мы его залутаем. Чтоб ты во всем третьем был. Говорят, ну, нашел прошлый дом. Себе. Вот здесь может быть. Да, говорят, соседнем. Да, you got me. My life. Что поем это пи***ц? Дело в том, что они все еще донят ей, а не тебе. Доношу инфу. Спасибо большое, дружище, за информацию. Будь добр. Никнейм еще. Пожалуйста. Каркуюсь. Я тут спаун! 2 м-ки, миллиард буллетов, бам, упали. Да? На гастрит. Опа. Кого там? Да есть. Кого-то о, нашел 6x. Реально в том доме был. Сишка, вопросы? А закури. Братух. Так, бегу. Лёхич, привет. Там в эскапе The Backrooms недавно новые уровни вышли. Не хотите сыграть снова? Сори, если раньше говорил об этом. Ничего, бро. На следующей неделе сыграем, в субботу. Спасибо большое. О, а когда, извиняюсь, вот то, что если ты говорил, это... Ау? Ну. Не дискредитирует донатеры? Это не донатеры, это сообщение в чате. А, в чате? Да, я очень редко чат читаю, там в основном какашки, поэтому... Но сейчас увидел адекватное сообщение, думаю... Ну ладно, уделю внимание, типа. Ну все, у нас 2 машинки есть. Ну попетляли нахуй отсюда, попетляли, хули. Попетляли. Я бы сейчас приехал, кого-то высадил, мне кажется. Ну да, да, да. Пузо в пол, что думаете? А то что-то долго лутаемся. Я нарулил себе. Никитос, а едь первый сейчас на машине, чтобы они тебя агрились. Я думал, уже вообще обойму высажу, слышишь? Не пугай нахуй. Все, папа уселся. Погнал за мной! Погнали. Давай, Денчик. Гони. Да блядь, ёб твою мать, Никитос, а если даже сейчас расхуй. Я за рулем. Я стрелять. Так вот в этом-то и проблема, Никитос. Нет, братишка. Это смело, брат. Ну я тоже скинусь от гастрита. Спасибо. Впаля! Я упаля! Спасибо огромное, пипетка, спасибо большое.
В Эльпузо я бы не стопался, братан. Я в Эльпузо даже не заезжал бы, как-то пытался. Там шипы, блокада. О! Бля, это что? Это что? Подберёшься! А в камень споткнулся, нахуй, смотри! Я на ровном месте полетел, блядь. Да. Сап-лек-сап-братва-сап-чатик-гэ. Вам здорово от Аглишары. Аглишара, здорово. Спасибо огромное, брат. Спасибо большое за 200. Ебать мы едем, это просто пи***ц. Бэн-бэн. Значит, это хотя рейв. Та самая кавказская свадьба, бам. На Макларене, с***. Вот там чипы были. Чипы? Да. Типа дешевые? Нет, типа чипсики. Понял. Чипочки. Ебать, Лёха мчит, это пи***. Я вышел. С горы стреляют, и вот в этом, за этим домом прям. По мне, дали по мне. Дали, заходи, дали. Сможешь отойти? Да, я отошел. Прям за этим домом были, чуть ниже слева были. Угу. Кто ж, ты дверь открывал? Нет. Да не, я же говорю, тут были. Я говорю, тут челы прям очень рядом. И по ним с горы работают эти у***. Ой, не. Два чела на прикрышке, на таком, на пригорке. Одного нокнул. А, они в бетонке. Эти уёбки вот тут спускаются, если что. Я гранату закину, на бетонке. В бетонке, все, да? Вижу? Да. Вот здесь, за углом. Второй вот там. Хочешь закинь гранату, Никич, если ты не это. Братва! Привет, пошла миссия! Помнишь, я на ангел? Стример говорила пожелать мне удачи на экзе по японскому языку. Убегаем нахуй! Сдала на 17 из 20. Хороший такси. Попал одному. Я подхилюсь чутка. Красава, ёбаный рул! Спасибо большое за 200. Спасибо. Тихо, там сейчас мероприятие у них происходит. Ебать там нахуй. Спасибо. Ноль дэмэджа. Спасибо большое, это на плюс. Ебать по мне. Вася! Голова шот инстант! Поднимай, Никитос. Они побегут, Лёх, как думаешь? Да я ебу, апни меня на. А, нет, просто один целит, может хаешку будет кидать. Попробую пикнуть. Да, они очень близко, вот тут уже. Бля, мне не выйти даже. Пушат, поднимай. Скорее всего. Дали флеш. Я бегу. До талого. Большая аптека есть у тебя? Да, сейчас. Давай. Дай пройду вот. Да иди нахуй, блядь. По мне один зажал, по одному минус 50. Всё, аптеку. У меня шлем анимать, дядь, внимание, где второго? Здесь первый. Закидывают, они уже вокруг дома. Со всех сторон, аккуратно, Лех. И с твоей тоже. И бы, чтобы там с горы эти уебаны не были сейчас еще. Да, не спускались, брат, они спускались. Один здесь уже, где я к Лехе поднимаю. Он в руме, нет? Нет, еще. Обходят. Минус 32, только двое на оранжевой. Скажешь, когда будут в руме? Зашел в дом. Вышел из дома. Один прям на мне. Я еб... Я конченая. На мне один. Хорошо. ББ. Сука! Да я съел одну бедоту, я охуел, дядь, их очень много, это пи***. Бы при... тварь, бля. Если бы не эти уёбки с горы, они меня растормошило. Мы выходим, и по мне обстрел, бля, по ногам ведется, ну просто охуенез. Да, мало того, что типы, бля, окружают. Да, как же, вот я на стриме реально в PUBG буду, заметили? Мы играем у Death Out, топ-1, 9 тысяч дэмэджа, 10 тысяч дэмэджа. Я запускаю тебя на стриме. Отсос, бами полетели. Но это первые что? Две разбивочки. Диджей, блядь. Что я слышу? Диджей, что играет в наушниках моих? Хочешь представить, что там? Не, ну чат вроде танцует, значит что-то нормальное, да? У меня, если что, ставка, набьют ли втроем 600 крона. Да, набьем. О, заебись. О, на этой карте, Сама. На этой карте о, можно набьем, да, блин. Нормальный, Сама, что делать? Сейчас кулаками сходил. Камнями напи***м, сука, диджей, я тебе сейчас голову разъебу кочергой, нахуй, это за лупу.
Мне просто топ-1 сингл Spotify рубит. Как отменить ставку? Да все нормально. Мы сейчас, я вам рассказываю, как будет. Мы сейчас дропаемся. Три секиры в руки, типа, и месить нахуй едем, блядь. Никитоса первого как приманку, и, блядь, вдвоем просто две смерти с косами, блядь. Башара! Че ты сейчас сказал? В башара, хот-дроп. Никита, не обзываться, можешь на стриме? Ты негативишь. Хот-дроп делать, башара. Никаких хот-догов все, Никит. Бля, давайте на вот этот корабль упадем, где вы сейчас были, бля, слышишь? Да, на него падают. На него падают, гоу. Ну, типа, это мета-место. По-моему, там лута не будет, тебе не кажется? Будет. Нет, стоп! Давай набьем урон. Давай падаем в башару и поехали. И просто Да. Давай. ДМчик. Чё, пизда, Никитос? Будь пизда. Уверенным. Подбирай пизда. Дробовик. Пизда всем! Не договорил, блядь. Так и шанс у нас. 50-50 баллы, слышишь? Бля, ну если сейчас оружие найдем, то народу, бро. Главное оружие. Понял. О, и двухэтажный. Я вот сюда в крайний. Бро, да, я сейчас упаду в какой-то домик, я не выйду, нахуй. Мы с тобой на один упали, охуеть. Бро, я лучше зайду. Сайга, охуеть. Хуйня. Вот тут у нас. Эй, бать, я с секирой на... У меня чип оружия подобрал уже. Это та тактика, которую я говорил, нахуй. Никит. Все нормально. Играй. Я его нокнул, на... У меня чел с панцерфаустом бежит, ты че, сын, блядь, творишь? Это не панцерфауст, Никита, скар. Ну там и панцерфауст у него в руке. Это он пугал тебя так. Тут миномет. Под нами, брат. В соседнем доме, понял? О! Мне б такое отдых... Ебать. Мне б такое отдыхал, тут колянчик рядом с кроватью стоит. Блять, у меня шлем. Бля, я бы вот сюда перебежал. Гоу. Гоу? Погнали. Погнали. Там не зажал. Понял, не идем. Третий этаж. Блядь, понял, нормально. Бро, я в соседнем доме, забей хуй. Она, он, наверное, подпушит просто. Бля, у меня дроподан! Третий бэкпэк. Боже, еби меня, Нэш. Работаем. Вообще в другую, да? Побежал. На третьем, да, он был? Да. Вообще, я пытаюсь лутник найти. Он уже тут где-то будто бы. Ты не он по тебе пострелял? Не, по мне нет. Бля, патронов нема, дядь. Не побачив. Я уже с твоей стороны, брат, если что. Угу, у меня хп нету. Мы рядышком. А, я в будке, ебать. Забей хуй. Я сейчас морковку возьму себе, мне похуй. Попробуй аптеку найти. Бля, там кого-то из дробовика расхуярил. У меня все есть, у меня аптеки, все. 3x, нихуя. Это тут находка, нихуя, бля. На этой карте, да. Тут же 4x максимум, и то он в аирдропе валяет пунк. Вот в этом доме был, да? Да. Двухэтажный. Они будто с кем-то хуйся. Я подпушу немножко. Можешь подойти, я тебе хилку дам. Я под его домом. Давай. Это что, миник? Да ну нахуй. Ты топаешь? Да, это я по песку. Вообще никого не слышу, брат. Охуенно, где мы что ебашили, да, блять, да. Никого нема, сука. Да, сука, все сели по крышам и сидят, понял? Бля, какие уёбки, это просто пиздолёт. Ну, боди просто. Кручу бинты. Не, ну я могу сейчас по школе уехать, если чё. У меня тут вот такой сюрприз, блять, лежит. Опа, там с ппшками играют. Тут ппшки мета, бро, тут этот аук, который я взял, нахуй не нужен вообще. Бля, на крыше, да, сидит. Бля, я вообще по звукам не понимаю, бро, слишком. Мне почему-то кажется, вот в этом здании, либо на крыше, тут точно кто-то есть. На желтой 100% кто-то есть, железо. Да, да, вот и за ним на последнем здании, да. Да, тоже есть. На крыше. Блядь, мы же еще и сквады, сука. Да, то есть тут. Я в этот дом забегаю. Бля, кто-то спрыгнул с... Иди на мой дом. Кто-то спрыгнул с парашюта, понял? И вот они хуйся там нокают. Да хоть бы на крышу. С твоего дома прыгнули? Соседнего. Вниз и упали, вот еще, да? Один прыгнул, да. У меня? Под мой, под... Погоди. Одного нокнул. У меня рыло было. Скорее всего, в твой дом зашел, брат. Да, слышу.
Бля, убил, ты... убил, 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 да. Все, у мой тоже умер, бро. Все, это... Мы сквад высадили, нормально. Бля, ух. Че я взял? Я на крыше, бро, вообще никого не вижу. Все, охуенчик. А нет, есть. Это по тебе? Не. Я на следующую крышу рубнусь. Они, по-моему, ниже, да, там спуск, там ЛГ. Они в ЛГ сидят. Да. На крышу бы, брат. Да, я на крышу. Не-не, мне бы к тебе, блядь. И вообще было бы вкусно, а то я здесь в осадке ебаном. Я к тебе побежал. Давай. А на соседнее здание можно на крышу подняться, чи нет? Да, на вот это самое высокое можно, из него вот сюда прыгаешь. Третий вес, бля, на этой карте. В этом доме, куда все падали, лежит просто третий вес. Бля, прикинь, большая это... аптека, нахуй. Вот на Хельсинки, что я вижу, блядь. Тут на крышу не выйти, кстати, брат. Ну, на соседи, да, то есть в самом большом. И с него прыгаешь туда. Пинял. Ну вот кто-то, ты слышал же, да, стрелял? Да, здесь в ЛГ были, стоподняк. И просто я вот стою, нет, на высоте, все чем. Добрый Патерфаус там сидит. Добрый Патерфаус там умер, он у нас в команде был третий. Тише. Бегай там. Все окей. Пизда ему. Тише, не топай. Ты можешь не топать, нахуй. Да я на катере лежу и дохожу. Вижу, здесь второй этаж. Угу. Он когда перебегать будет, можно поймать его. Ты думаешь, он кентов ждет или че? Не а знаю, че. Хули он там сидит, ебаный. Хули он не убежал. Блядь, братва, мне же не показалось? Вот в этом окне чекает. Так, да, у него все. Что-то. Не показалось. Нокнул. Биг Кок. Это в натуре чил, который... А там еще. Да, во втором окне. Сейчас, хилюсь. А у тебя нечего сейчас закинуть? Бро. Там эта липучка. У меня такие сюрпризы здесь. Это я парашют. На втором этаже вдвоем подняли уже одного. Абордаж надо делать, брат. Один спрыгнул, бро. Лёха справа. Нокнул. На улице один спрыгнул, убегает от меня. Нокнул. Хорошо. То есть еще есть, да? Да-да, я в доме доел одного, еще одно есть, чудовище. Но! Хорошо! Хорошо, копстерчик, хорошо. Ебать. Вообще вкусняшка, не, бро, сделали нахуй. Вообще отлично. М24 тут на мне есть, у меня все есть, что надо. Я на этой карте впервые с такими пушками играю, блядь. Я вообще что они здесь есть, это просто пи***а. Откуда здесь все это? Охуеть. Но эти сишки вообще демеджа зира. Я их что-то две штуки дал, они только стены... Они вот, чтобы взрывать стены. Да, подождите, ой, а ебать, вот эти сишки, то есть я могу... Стену она взрывает, а челу демедж она не наносит? Вот это х***тина. Я у Сереги на стриме просто эту штуку, ну раз... 5 штук чела кинула ему, пихуй, блядь. Что это за черепаха? Здорово, Лёх. Короче, да, мини дайди берёшь штурм, уложишь в двух слот, ибо оружие быстрее берется. Да мне так неудобно, надо пи***ть, да, я слышал эту. What's up, спасибо большое, Иисус. Ну все, аптеку нашел две даже. На мне чел летел, вот там будут. А тут типа не резать никак? Тут? Конечно, и резать можно, брателло. Тут еще можно этот парашют вызвать, тебя на самолете повезут в зону нахуй. Прикинь, тут шар нахуй. Тебя просто за зону выкидывают, да, блядь, зона остановись нахуй. Что это взрывается? Ракетные прилеты. 15 человек выживших, ты понимаешь, мы как пиздились в городе, все. Никого, просто nobody. Там типов скорпионы поели, я не знаю, что за хуй. Вот там, на горе, две мухи. Три! Ебать, три, блядь. Хорош. Четвертый вон еще ползет. Чем был тот? Затем камнем резает. Попал. Ой, как! За камнем, который. Он. Ну, который не резает. Он слоу, бро. Он лег. Лег хилиться вот здесь. В смоку? А, не, не в смоку, понял. Не, не в смоку, не-не-не, да. Я ему очень накидал. Драгунова тут вообще пи***рона. Ой! Тише, по мне в спину! Отсюда. Да, оранжевая метка, прямо на них. Тих, несколько. Я синхуй это сквады, бро! Да, да. Я сюда залетаю. Бам! Не, ладно. Я даже не буду высовываться, меня с двух сторон. Чё, тебя ног нет.
А вообще демеджа ноль с этой хуйней. Да ну, она пукает на полметра. Она просто... И все. Бать. На оранжевой профике, бро. Че, я тут залутаю что-то? Пиздец, там задры. Дядь, окей. Все. Что все? Ебать у меня здесь. Если меня... там вертолет с ракетами, пожалуйста, скажи, что там вертолет. У меня гигантский подвал просто. Бля, сейчас. У меня статус маков нету, да? Не знаю, не, по-моему, были. Зона идет. А понял меня. С двух сторон. Ладно, я побегу, потому что иначе умру сейчас. Постреляй, постреляй. Дурачки. А мы не в зонинге, да? Да, да. По мне просто три типа работают. С оранжевой? С оранжевой, да, да, да. Ну, желтым тоже бежать, пихуй. Да. Ай, ай. Блять. Все в зоне, да? Дал одному, охуеть. Блять. Хилься, еб. Я побежал. Я тоже бегу. Бля, вижу. Вот оранжевые, которые были. Ай, желтые, они вот тут бегут, понял сейчас. Оранжевые. Тише, 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 не надо, не-не-не, тише, 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 тише. Их сейчас должны эти закрывать, так что просто дожить надо. Они ни разу не попали по мне, ебаты, сука, ЛСные. Не дай бог я на гору поднимусь, я всех раком поставлю там. И они теперь с этими стреляются, с теми самыми правыми, понял? Да, вот здесь. Ой-ой, тише, не пукать. Ебать, так близко, бро. Мы очень, тут карта очень маленькая, дядь, они очень рядом. Я их с пистолета сейчас запукать могу. Ай, меня целят с горы, это хуй. По мне сзади, хуй. Не понимаю, бро. И нокнул одного, на желтый нокнул. Окей. Ну не стреляй по мне, хуй, ты еще ебать. Не трогай меня, нахуй. Да, ну у меня броник фулл сбит. Добегаешь, брат? Да, добегаю, но... Все, заебать. Не-не, это уже заебать. Я прибежал, боже, на. Еби меня на. Дай звук. У меня. А, на тебе или на где? Угу. Да. На камне тут. Думаю, что ты где-то здесь, потому что все распикивает. Второй тут. Давай. Они примерно в твою сторону сейчас пойдут. Все, все, все. Топ-1 соло, готовы? Братва, are you ready? Нить. Прием. По мне чел молотов не попал. Один нокнутый. Да, его кто-то нокнул. Но они будто знают, где Лёха, не знают, смотрят в ту сторону. Смотрите, как я делаю сейчас умом. Давай. Я умом сейчас перебегаю на ХГшку, с ХГшки встречаю этих трех ебанов, которые не в зонинге. На ебаю их в рыло и остаюсь один с четыре. Вопросы? А потом что? Ну и беру топ-1. А, ну, само собой. Вон, правых видишь. Хорошо. Добей. Блин. Но, лежать, но, собака ебаная. Он не будет, наверное, его поднимать. Да ясен хуй не будет. Я не понял, где второй. Он может у тебя ниже быть. Вон, поверху бежал. Вот там, вот сверху, вот. Да. Он лоу должен быть. Хорошо. Вопросы? Ты один и два склада, скорее всего. Ой-ой-ой. Упала собака, ебать. Дальше. Вон там, видишь. Это он поднимать хотел. Ебать, насрал. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, нихуя себе в пизло прилетело. Вот в ту будочку сейчас бегаю. Если слем лежит, то это моя игра. Я не смогу въебать потом. Да, ну тебе надо вот этих закрывать, которые сейчас по тебе стреляли, потому что тех они закроют. Ебать, что прилетело. Ох, блядь. Вот это да. Как
как они меня видят, охуеть. ВХ? А там они у них видно. Все, все нормально. Все, они всех тех убили, чувак. Бля, я в говне, да? Да. Да. Еще и без шлема. У них инфа по тебе есть. Ну, у меня тогда тоже про них, ну нахуй. Да, давай, давай, не сдавайся. Инфа говорит, есть там, блядь, да. Сидим, смотрим, нахуй. А, ну, главное, что урон набиваешь. Да урон там уже набит давным-давно. Зона сзади такая. Я развел на патроны просто. Ну их очень много, это надо было себя взрывать просто. На колено лепить, блядь, вот так, сука. Надо. Прикинь, лежит гранатомет, бам. Ребят. Бля, ну я, если очень, нас... я очень много им дал. Очень много. Очень. Да. У меня 1000 дэмэджа сейчас, минимум. Ну почти, ебать. На себе, блядь. Вопросы на. Если б я выжил. Вопросы есть? Если бы мы не в 2, в 4 играли. Не, сейчас бы, если бы Никитос выжил, нас бы еще до горы бы не дошли на. Просто Никитос, спонсор Фауст, находит нам ноги. Бам! Спать. That's all. Бля, как вам мой прикид? Только честно. Как вам мой прикидик в пабге? Прикольный. Ну, надо тебе еще несколько. Я вот тебе 3 прикида уже сделал. Ну, я прям сося. Тебе не кажется? Я прям но сося. Ну, это же давний прикид. Это уже тебе полгода вот этот скин. Так он охуенный. Это надо сменить. Не, это мой мейн. Это мой мейн. Он мне очень нравится. Сисюм. Увидел. Бали ставим, ребят. А на что там ставка? Да, потом озвучим. А, да, потом. Ну, нельзя говорить вот теперь, как крыса ебана играть, блядь. Да мне же их видно, блядь, в этом чате. Угу. Тебе-то видно, блядь, глазастый, слышишь? Все, Никитос, твоя задача. Все на нет ставят, ребят. Убить весь сервер. Спасибо. Кто на нет ставит, пизда баллом вашим. Какая мразь просто голимая, нахуй. Не, вот тут, кстати, рандом, реально, то есть. Смотря куда мы упадем. Да, 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 да. Если в пекло, то понятное дело, блядь. Не, ну Никитос прошлый, ты нормально там насувал. Да, мне там просто не себе же в рот просто нахуй в калачик скрутился. У меня секира у чипа, блядь. МПшка. Так, ну, бля, я её заебашил. Ты попробовал хоть кинуть ее в него, нет? Она я его с секиры заебенил, но меня пришел другой, дожрал, с пантерфаусом. А, ты секиры убил? Ты заебашил чела с секирой, когда он был с ППшкой? Да. Не твое ли имя Ганс Христиан Андерсон, парень? Ребят, да я одного секиры, второго сковородки. Бля, да как было, ребят, мы на зимней карте, на меня ведмедь, я его голыми кулаками. У нас редкая нахуй заставка, гайд. Настолько редкая, что постоянно на этой карте. Бля, погнали в терминал, погнали в терминал. Погнали. Подэмим. Вот пизда. Подэмим. Чуауа. Да, давайте не будем. Погнали в арми бейс. Не, погнали вот сюда. Давай. Цепляйтесь за меня, короче. Я зацепился. Нет, ну если ты там нокнешься, I'm sorry, в волсонге, блядь. Ну если меня долетим там нокнут, то это стрим снайпер. А, так мы не долетим туда, забей. Да, тут гора, блядь. Сюда упадем. Ну вот. Слева гигантский город, и мы такие. Бля, вот эти два дома охуенные, ребят. Туда никто не летит вообще. Город никто не летит. Я тогда вот сюда падаю. Да Никита, сразу в город летим, уже сейчас АФКшная дура какая-то упадет на голову тебе на. А не, за нами один хуй сос летит, посмотрите, сольный. Мразота, слышишь? Ну вылечу-ка я в конце, бля. Че, мы вдвоем, да, решили на эти домики? А, бля, да, сори. Не удивляй. А, на эти дома, на которые ты желтый ставил сквад, так-то падает. И один хуй вот будто за Лехой будто летит. Ну вот странное ощущение, вот я поставил меточку, куда он приземлится, потому что там оружия нету. Этот долбоеб на остановку падает, он точно в папку играл? Ну как факт. И на твоей, Лёха, метке сквад. К2, Никитос, надо тебе, бро? Не, братух, у меня ахе. Ахе у тебя? Ахе. Гау.
Ахэхау у тебя. Ахэхау. Больной на голову псих. Сейчас как залутаешься в город, лучше беги. Окей. Не надо геройствовать, салага. Нихуя, это приказ, слышишь, свыше. А в городе никого, да? Да, да, на да. Оранжевый были, да? На желтый, на оранжевый, да, там на enemy? Желтый сквад. Да, а на оранжевый сольный тип просто упал. Вот там 4, а тут один упал. Так, дядь, а я что, без ганов, слышишь? У нас. У меня К2 и все, Томпсон, блядь. Ебать, у тебя этот, Леха Скалетик. Ебанулся. Ничего, посмотрим, как повлияло, нахуй. Хочу М-ку, мне нравится. Бля, мне М-ка такая. Так я пошел их встречу, слышу, ебать. Давай. Блядь. Пойду, бля, запушу, чисто в рыло напихаю, бам-бам, люди, я буду еще думать. Люди, которые поставили, что Никита ногти сейчас в***е сидят. Ни одного прицела, кстати, сниперского, бля. У меня, кстати, тоже. Проклятие снайперское. Бля, Никитос, тебя там, скорее всего, вы***е, что думаешь? Да, да, да. Они ж видели, что ты соло падаешь, дебил. Дебил! Хули, блядь, убегай! Ты дебил! Третий бэкпэк, вопросы! Сильно. Шприц! Шприц! Все, я в Гирот, слышишь? Да, давай, вроде вообще солнце светит. И трава зеленее, наверное. Да. Дропа просто жопой кусай. Дропа жопой. Боуэ, боуэ. Только не нее. Лёх, ну зачем ты по мне стрельбу открываешь? Я баллы поставил. Мбаве, мбаве. Сердитари ди 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 до. Мбаве. Мбаве. Это хорошо, что вторую не вспомнили, подожди. Блин, ну тут вообще запрещено. И он её сейчас пытается вспомнить, но не может. Судом. Не, я в любой момент могу напомнить будто. Ну, я тоже, я не хочу, нет, не хочу напоминать. Сейчас он вспоминает, да. Нахадаки яласын, нахадаки яласын, одасын, орасын. Кужды куш, кужды куш, кужды куш, кужды куш. Мне, кстати, пожалуйста, нахуй, я сейчас держаю руки, оторву, блядь, это просто пи***ц, у меня это она заиграла в наушниках сейчас. Блядь, сочувствую. А кроме К2 и УЗИ что-то спавнится на карте, видели, может? Я мини, на миник тебе поставил метку. Я знаю, ты любишь. А миник у меня есть уже, блядь. Ух, нихуя. Бля, у ДЖ вообще проблемы со слухом, нахуй. Он не включил трек, который я еле слышу, блядь. Главное, что чат чувствует. Чтоб не отвлекал тебя. На, спасибо. Да. А сейчас чату, мне кажется, можно что угодно врубать, он чувствует. Мой это чат, хули, они вообще всегда чувствуют, блядь. Давай, чат. Ебать, мы второй раз падаем просто в пустейший город, блядь, на карте. Никитас, а ты можешь их сюда привести как-то, приманить? Да, сейчас. Ты им скажи, братва, здесь лут, вот в этом городе, вы где стоите, блядь? Сейчас я на машину найду, я до них доеду, подразню. Ну, конечно, как раз еще 30 секунд у тебя есть, давай, Никита, давай. Третий рюкзачок сюда. Блять, а там что, где-то распродажа? Бля, я говорю, там усе... Я третий бэкпэк скинул! А чё мне никто не сказал? О, а я подобрал, походу. Блять! Я скинул... Отдай нахуй! Скинул третий бэкпэк! Давай, давай, я тебе дам. У меня, в принципе, всё в мой второй вмещалось, тебе могу дать. Саморезал, иди сюда, Лёх. Возьмёшь саморезал. А, стой! Подожди, я свой реально в другом месте скинул, дядь. То есть их реально... Их в натуре два. А, тогда тут раздача. Вот он, да. Охуеть, спасибо. Там АВД? Да. Мне да, такое да. Надо, я хочу АВДшку взять. Не надо, мне такое очень нравится. АВДшка, ребят. Как будто вот Лёхе по его выживанию АВД нахуй не нужна. Признаюсь честно. Ну сейчас он мопед найдёт. Он нокается последний. И АВД будет нужна. Бля, кстати, да, с АВД, ты понимаешь, он может просто... Я поставил просто... тебе на синей метке АВД. Хотя я мог донести, я принесу. Спасибо за подписку. Спасибо огромное за 10 сабок, броуски. Спасибо огромное. Спасибо большое.
Спасибо за подписку. 6х3 тебе принесу. У меня есть. Тогда, Никит, тебе принесу. У меня есть. Прямо сейчас в центре жилого города развертывается ударная группировка. Дорогие спасибо друзья, молодые террористы нашли мортар и 5 зарядных устройств. Прямо сейчас будет производиться обстрел детского дома в лесу. Поехали. Бам! Не стреляй в детей, не стреляй! Бам! Бам! Себе! Приди, убей его, нахуй. Пожалуйста, приди, добей эту долбанного ебаного. Ребят, я тебя умоляю, ну и... дебил, ебаный! Не резай его, блядь, пошел он в пи***у, нахуй. А что там произошло? Подходит к дулу, блядь, я стреляю! Спасибо за подписку. Дети живы! Да есть же, блядь! Ценой своей жизни, блядь. Блядь. Ну надо, да блядь! Спасибо за подписку. Да, блядь, просто вот башки нет. АВД мне скинь, тварь. А там... Спасибо за подписку. Ой, не урон, а поэтому по каске. Не-не-не, вообще все целое, все целое. Я думал, вы, блядь, сейчас я все сбили. Наебай тут аллея. Спасибо за подписку. Ха-ха-ха, пизда, дети. О, пизда. Бам, нахуй. Ёбаный в рот. Детский садик прямо по курсу. 5 плюсов, я прыгаю под обстрел! Все, 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 не плюсуем, ребят! Все, все, блядь, да ты дал... Ну, заху ты мне пол броника слупил! А спорим, у Кала сука! Демок, он тебя поднимет. На ходалке яла сын, гола сын, бора сын. Шинга, шинга, яра сын, бора сын, пола сын. И припевчик. Дыш-дыш-гу. Боги-боги я. Ой-ой. Кстати, Никитос, пацаны, а что едет? А. Подождите, а Никитос успел в первые 5 минут нокнуться или нет? Ставочка пройдена? О! О, что там? Блядь, нам надо по мосту. Машину вам привез, я на другой. Едь, Никитос. Сейчас. А ты на какой легкой? Я с Денчиком. На своей. Окей. Сейчас мопед или велик найдет. Ты что, на синей еще машину, если не найдешь ничего? Не, там что-то ходим. У него, блядь, велосипед. Да, он там сейчас поедет, блядь. Смотри. Встретимся в зоне, братва. Зона говно. Да как там надо как-то перелететь нахуй ее. А не помню, тут на этом мосту можно перелетать? Вот на этом перелетаем. Окей. Бля, там нас будто встретят сразу, не? Ну я не знаю, с этой стороны можно перелететь или нет. С той-то вроде можно. Не, с этой нельзя. Нет, с этой нельзя. Бля, там стреляет кто-то, да? На мосту? Да, в стороне моста кто-то сейчас хуй. Тут! У нас рядом. Это прям тут на мосту, ебать. Давай можно высадим, сейчас... Давай, ну нам просто остановиться тут. Давай вот. Вот прям. Что? Вот. А, я локацию на врагов! Я еду. Поставили. Лёха. Ой, нокнул одного. Хорошо. Где друзья его? Я добил нахуй сразу. Зря, бро. Да, все равно у них инфа есть. Так бы, пойми, где вот теперь его друзья. А ты одного Никитос видел или да, их несколько? Да. Прям пацаны на другом берегу, прикинь, бегает. Бля, прикинь, я его ждал. Ой, там Кент. Там... Игрок, братва. А где следующая зона? О, тут недалеко, можно пешкарем. Да вот в будке сидит, понял? В будке. На другом берегу. Вижу, в будке вижу, он перебегает за камень. Геймер, бро, геймер. Уеб по нему. В желтом, да? Да. Желтый геймер, Минон. Нормально. Почти, бро. Под контролем, на. Надо BMX купить, братишка. Ага. Чтобы я себе голову, блядь, разбил. На BMX бы перелетел. Полегче. Блядь! Помогите! Ёбаный в рот! Блядь! Он меня ещё убил!
Локнул. Спасибо! А как он умеет стрелять под водой? Что за хуйня? Да, на берегу может стрелять, понял? Его только каску видно. Он по мне лупит, а я не могу оружие в руки взять, нахуй. Это чит. Охуеть, твари. Это чит. Просто. Это чит. Никитос, для тебя домик нашел. Можешь подбежать, спрятаться. Спасибо. Бля, что-то на СКС увеличили отдачу, что ли? Я что-то не понял. Угу. Кто со СКС, бля, играет, Никитос? Я. Ты убивал? Сколько у тебя? Тебе надо стату посмотреть, сколько у тебя убийств с каждого оружия. Одно с секиры, и все. Ну, со СКС 100% убивал. Его не выдумываю, бля, Никитос. Я на СКС... Ты кого-то убивал в игре PUBG? Естественно. У меня два шприца, слышишь? Нихуя. Зови меня Леха Торч. Две руки, на. О, там типы приземляются, шара. Войнушка слышалась. Слышали? Не, не слышал. Будто ближе к мосту. Кто-то стрельнул один раз. По этим уебам, что ли? МБ затестил. Блять, там типа смоком прибило, что ли? Блять, а зона там почти на терминале, ебать. Ты выдумал эту зону, когда в начале. Надо было на терминал падать, просто в будке сейчас сидели бы, нахуй, все время, блядь. Спонсор Фауст там, понял? С тремя, дядь. На одну дверь бы смотрели, блядь. Там входит ку-ку, ёпта, нахуй, бам. В лоб. Бля, вот, слышу справа. Кто воюет, сука? Стоп, огонь! Пока я не приду. Там продолжим. Никого не бачу, дядь. Вообще, сектор клиер, нахуй. Вот тут будто бы. Можем перебежать дорогу и встретить их. Встретиться с ними. Я бы на ХГшку зашел. Давай, да, но они на ХГшке есть. Вот их там кто-то еще ебет. Опа, там РКС. И вот здесь на горе. Ой. Прямо перед нами. А, то есть они тоже хотят их закрыть, бро. Конечно. Мы закроем всех, на вопросы. Я боюсь, что сейчас с моста кто-то не приехал. У меня гренет нет. Ты когда еще кидал ебанутый? Когда ты их подбирал, бро. Ребят. Подбирать я их всегда подбираю. Да закрой ты дуло свое, ползи на ХГ, блядь. Подбирала нахуй. Кидать забываю, да. Ты за мной какиш подбираешь, блядь. Прям передо мной где-то стреляхнул, слышишь? Да, да. Бля, бро, тише. Прям передо мной. Вот за этим пригорком. Я слева обойду. Закручу. Я наоборот, я по правой кручу, по правой. Угу. Ну меня, блядь, сейчас спину убьет, я чувствую. Не, я не буду тебя убивать. Вот будто где-то на камне. Вот там камень, понял? Мне кажется, он там. Окей. Блядь, птица. Да. Вот. Я не знаю. Все, под нами где-то есть. Все мимо, нахуй! За камнем, кидай ХАЕ. Пошла! Бам! Во, нокнул! Хорошо! Там еще кто-то? Да, у него. Бам! Еще! А, не, это хорошо, я его добил! Я его добил! Его типы ниже были! Слышал, вот тут в ангаре его были, хотя, блин, или он по ним. Они могут быть под горой! Под горой могут быть! Да, скорее всего, он же стоял спиной в открытую под гору. Ага. Типа, поэтому да. Но я никого не вижу. Но могут нас закрутить справа! Бля, это где? Это под горой стреляет? Будто в ангаре стреляет. Вот здесь, в кемпе, на желтой кемпе. Ага. Не бачу. Я пойду закрою челов справа, в кемпе. Да. Иди, Никитос, тоже с ним, я по низу пойду. Мы сейчас бежать. За деревом здесь. Нокнул. Хорошо. Пусть течет. Там, скорее всего, кто-то еще есть. Да. Там и смоки лежат. Ему все равно к нам бежать. Ему все равно. Я шприц, Калю, шприц! Я просто добегу до зоны и ждать буду. Побежал. Ебать, там будка для нас как раз. Кто-то стреляет на ХГ да, спереди, справа, да? Справа кто-то, да. Справа. И спереди, и справа. Спереди и справа, прямо на ХГ у нас. А что это у нас за прицел, бля, имминг? Где там кто, блядь? Справа параллельно нам бегут? Вижу типов. Вон там. Оранжевая. Не знаю, видят нас, нет? Теперь знают о нас.
Я дал по попе ему один раз. Просто дал по попке слегка. Ну так, шлепнул. Бля, со спины главное, типы. Они ж будут жить. Ногнутый не сдох еще, слышишь мой? Ну да, 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 да. Его резнули, скорее всего. Я бы их на их месте через город как-то попробовал. Да, явно не через нас пойдут, дядь. Но если пойдут, пи***дадим, хули нет. Бля, это будка вот эта. Ты стоишь, охуенное место. Такая. Продавать нахуй арбузы. Тиза на ходаке Ялосен. Извините. Блядь. Sorry, ребят, sorry. А где следующая? Okay. Следующая зона вообще, пи***ц. Ну машину и в кем доехать. Слева, вот справа вижу, это те типы, по-моему, да? Попал. Вот тут место. Он должен быть такой, похоже. По мне другие типы хуй, брат. Я потом Лёха по попке давал. Я ни по кому не попал, ноль дэмэджа. Попал по нему еще раз. Он за машиной. Но его друзья, блядь, верят. Аккуратно, там типы. На красного здесь еще на синий. Минус 99! Бля. Окей. Это что свистит? Летит что-то. Он целит. Попал в голову ему. Ты нокнул, да? Нокнул. Все, его друзья набрали. За камнем вот здесь, за камнем. А. Дали ему смиг. Я добил, блядь. Блядь, меня синий ебал прям по башке. Я по нему. Тебя видит? Ты воп, ты за вопы? Нет. Понимаю. На желтой, если что, чел, до сих пор сидит за камнем. Окей, нам надо сейчас бежать, будет по левой стороне. Я побежал, похуй на желтого, слышь, я не буду ждать его. Угу. Все, Никитос, давай, мне бы тоже, блядь, на самом деле было надо. Он бежит, я побежал. Я тоже бегу. Он в забудке вот здесь целит нас. Хуй, наебал, блядь, у него мама проститутка, сука. Попал в голову, сбил. Я его здесь лысого батю в рот ебал. Понял. Блядь. Это синие ебут. Сучка. Бля, еще дал. Они бегите тоже в зону, ебать, нахуй. Мы сейчас все голые останемся здесь. Бля, вот красный бежит. Попал еще раз, это лох. Я его приму, нахуй. Я жестко мансую от него. Он, Лёха, он выстрелил здесь. Лёха, привет. Два раза тише. Они уже 2 года. Стрим был у тебя по-пски. Ты попросил тебя обозвать, когда тебя кинули. Я обозвал, но не за преткой. И меня забанили. Я написал, что... Хорошо. По мне зоны бьют по мне. Зираю. Бля, вам бы бежать, пацаны, зоны. Я умер, брат, я умер. Бля. Я ВД юзаю. А у тебя ВД есть. Да, но меня добьют. Я прикрою. Зоны бьют меня, Никит. Понимаю. А у тебя смоков нету, да? Понимаю, нахуй. Блядь, я не понимал, откуда нет. Никит, с горы там впереди гигантская гора. Залутай меня, я не успел АВД заебать. Да, блядь! Залутай АВД. У меня уже нет времени. Я тебя прикрываю, Лёх! Бля, зона бьет, братишка. Да, брат, у нас же в кемпе спереди, типы. Я не знаю, как ты собрался идти без меня. Я уже боюсь, не доползу. Да, зона пиздец бьет. Ты можешь выбежать, чтобы они на тебя отвлеклись, Никитос? Ну, чисто теоретически могу. Не, они меня коварят. Нахуй! Просто в пизло! Он рот не успел открыть, ему закрыли зубы, блядь. Бам! Да ну нахуй! Не, у нас тоже, ебать. Зона, блядская, мы бежим, типы в зоне, убить, мы в зоне, убить! Ебать ты, куда? В итоге все сдохли, бля, мы в топ-10, я вкусно. Лёха, привет, сижу в бане уже 2 года, стрим был у тебя по КС-ке. Может быть. Ты попросил тебя обозвать, когда тебя кильнули. Я обозвал, ну не за предкой, и меня забанили. Я написал, что да как, уже всем пих, разбань, плиз, сейчас гляну. Они так об этом пишут. Просто ужас. Ты не обзывал, ебать. Ты хуйню написал, тварь, ебать. Ты чё пиздол несёшь? Оооо, за пиздобол. У меня есть история твоих сообщений. Ты чё, ебать ты что ли? Притом ты эту хуйню написал 3 раза в 3 разных дня, блядь. Сиди, блядь, отвисай, полух. Ой, Лёх, привет, а мне не туда банили, я до предку не питал, Лёх. А то ты можешь, ну, ради банить, Лёх? Бля, мне так, мне не очень нравится эта карта, на самом деле. Мне нравится Эрангель и пустыня. Вот это же. А что, я на 360 не могу повернуться, ребят. Чего? Спасибо за... У меня мышка не крутится. Спасибо, за информацию, нахуй.
Говорю, карта говно. У нас инфаритив, блядь. Чел мышкой двигать не умеет. Я только сейчас осознал. Посмотрите. Ты все время, блядь, играл в эту игру, смотрел в стены, блядь. Какая нахуй разница, двигается ли у тебя мышка. Посмотри, да посмотри. Да похуй, у тебя ноль импакта. Какая нахуй разница, вот, куда ты смотришь. Посмотри, блядь. Боже, какая нахуй разница, что. Я как в гонках, блядь. Я не следую за мышкой, я просто бегаю. Мне что нравится, мы и так и играем втроем против четверых, так там еще и вот дебаф такой в виде... Его, притом на него накладывают дебафы, знаешь, типа... А давайте... Сидит раздрав папка такой, тинь-тинь-конг. А давайте ему нахуй, пусть у него ноги откажут, пусть он ползает нахуй всегда. Здорово, Никич, тебе от кота Бориса. Здорово, кот Борис. Бля, типа коты передают, привет. Бля, вот мне нравится вот это место, хотя, блядь, там такое себе. Не, туда лететь. Спасибо за подписку. Спасибо большое, Юджин, за саб. Thank you very much. Спасибо, Булькин Броуски. Спасибо, Булькин Броуски. Давайте вот сюда в маленький кемпик упадем. No. Кто я, вроде котик? Кручусь. Эй, кто я, котик? Ты киска. Кто я, киска? Ты киса. Моуэ. Мбоэ, мбоэ, тюри-да-ри-ди-ди-ди-ди. Мбоэ. Ебать, там на город осады. Ого, ебать, мух, слышишь? Ебанусь. Сейчас бы мухобойку взять и пень! Каждому. Бля, когда уже добавишь, чтобы на парашюте можно было стрелять. Нужен стартовый пистолет, и чтобы мы летели, знаешь, так спите, как с ебаным разбросом, понял, типа? Бля, меня пугают две вот... О, на вот этот УАЗик будут садиться. Перед нами вот здесь сейчас оранжевая метка, в этой стороне УАЗик. Они на него летят. Очень медленно. Я не понимаю, где оранжевая метка, блядь. А, принял. Да, похуй, да. Ну ладно, похуй, пусть уезжают. Хули, не, воевать вот это сразу сходу, ну нельзя. Ну, ребята упали на машинку. Да бог им судья, блядь. Пускай едут, куда глаза глядят, хули. Вдруг они просто экспедиторы. Вдруг они даже воевать не хотят. Ну да, раз они вдвоем играют. Пиздец, PUBG. Escape нажми. О! А чё ж ты раньше-то не сказал мне? Мне весь чат это спамил. Я по ним стреляю. Я догонялся, съел тварь! Блядь, какой мудак, ебаный, это просто пиздец. О, это ж, понимаешь, это как этот? Да. Тир! А ты их высадил? Да. Какой ты мудак злой. Ты у нас вот именно... не будет противников зато. Это мы вот как на турнире, нахуй, когда этого высадили, сука. Это вообще пи***ц, мразь. На, нахуй, третий вест. Не, они зато научатся, что надо падать на оружие, типа. А, ты думаешь, они не знают, типа? Я думаю, да, они упали на машину. Игра про гонки, нахуй. Ну давай пизданемся на машину и полетим. Да есть же! Да есть же! Тут кар на мне, кстати. На мне дырка за шеей, а пустой, как мой кошель. Мишки, ты мишень. Что я слышу, блядь? О боже, нахуй. Никитос, не забываем гранаты подбирать хорошо, а? Да-да-да, конечно. Они очень помогают. Смотри, берешь гранату, рассказываю гайд. Гранату берешь, чеку отрываешь и в руке держишь до талого, будет пасхалка. Это попробуй. Ты греешь гранату. А-а-а. Греешь, и она будет тепленькая. Если вдруг рукам холодно на улице, если вдруг столкнешься с такой ситуацией. Ну сейчас же жара здесь. С чего ты взял? У меня вот температура падает. Я сейчас начну греть уже. Да, мы все так делаем. Это, кстати, вот может поэтому ты не убиваешь. Не отпускай в меня. Могу Леха миник тебе принести. Кого? Что-то миник. Прилетело. Миник? Давай. Да. Я драгунов могу отдать. Давай. На, увеличку. Давай. А чё, буллеты найдутся в пятёрке теперь, чинит? Я тоже, кстати, вообще как-то... Я голый, мне, бегаю. Бро, у меня ноль, у меня пятёрок ноль. У меня оружие для красоты в руках. Так, я попробую по городу обстрел небольшой устроить. Какой обстрел? У меня звуковое оружие. Volume gun. Смотри. Что там? Никита, сделай с этого бит. Пугалка. Это даже не пугалка, у нее глушитель.
если бы нож был на конце, знаете, как вьетконговцы нахуй воевали. Зачирикать, блядь. О, надыбал. Вопросы отпали. Что полетело? Да, в детский сад. Увидел еще один невзорванный, прикинь. Видимо, в прошлый раз пропустили. Дорогие друзья, репортаж с места событий. Молодая девочка, с виду молоденькая, 13 лет в юбочке, нашла мортар и только что обстреляла детский сад. 44 погибших маленьких ребенка. Ясельная группа была разорвана в клочья. Прямо сейчас мы отправляемся в место локализации и падения припасов и будем изучать место событий. До связи. Хороший репортаж. С душой. Лайк репортажу. У меня патронов нету, но это вообще пи***ц. Как относитесь к тому, что я киргиз? Найдите, ребят, резко бензин. Положительно. Найдите бензин. Эй, бред, дух дегиндей, чувава. Найдите бензина. Где бензин? Есть на чем летать. Да ну нахуй, где? О, опять в это, а тут всегда спавнится. Где, да? Геолокацию? И меня нужно, да ну вот нахуй. В прошлый раз, помню, взлетали. Да ну нахуй. Ой, что-то лезет. Нихуя-то там тиранозавр вылез. Срочно нужен бензол. Бля, не, вообще, вы, видимо, все играете с этими. Пиздец. У меня буквально ноль патронов на всех оружиях. Да сколько у тебя семерок? Семерок 300. Тебе дать? Не, семерок очень много, брат, здесь. Очень много семерок. Да, они все пустые просто, видимо. И ты, и Никитос на калаши собираете. Дай хотя бы соточку. Не, они валяются, их очень много. Вот там, в том ангаре. Бенза не было, брат? Не, бенза нет. Ну вы, с***й, козлы, е***й! Как будто где-то видел, сейчас пойду вспомню. Что-то едет! Так это самолет, не? Летит. А, нет, летит, е***ть, реально. Где, муха? Посмотри, вот, на 120. На 120. Летят типы. Минус 99. Стреляли нахуй. Минус 99, ебать. Лёха, я видел, как ты попал ему в голову. Вопросы по ему. У нас свой самолетик есть, ребятки. Нужно просто найти бензинтик, и мы полетим. На репортаж с воздуха на вертолете будем осматривать, блядь. Мнение. Стоп-вопрос должен быть в таком кемпе. Я пойду в соседний съезжу вот сюда. Давай. Есть метла. Чё ж на метле-то тут нельзя лететь? Тебе можно, ведьма ебаная. Вообще, да чё? Какая мразь. Я даже не прицелился, блядь. Я подъезжаю, две тачки! Две, прикинь, две! Все, у них теперь три. Боже, блядь. Две минуты, парни, я подождите, 15 секунд, давай, просто давай, живите. Давай, с разбега в прыжке Дарчилу в голову, сдигла. У тебя еще ник был лет и чьи вроде. Вот же сучки, блядь. Самолет летает. Леха, покажи сенсу в пубг. Хочешь так же научиться хорошо играть, дружище? Да без проблем. Да без проблем, братишка. Кстати, я реально не помню, чтобы я ее настраивал. Охуенно. Такая заводская. Спасибо за подписку. Спасибо большое, Неславик, за сап. У нас в чате не хрюкают. Прекрати, стоп хрюкинг. Это что было? Я тут бочки. Это что было? Так у нас Никита рок-н-ролл. Какой я тут интересные бочонки нашел. Как бы так перевернуться. Чтоб... У нас просто Никитос Чингуков расстреливает. На! Диану Рихи заметил, бам! Просто в X4, блядь, расхуячил. За этот, за монитор. 50 секунд, братва, у меня высадка. Все, решил все проблемы, ребят. Проблема у тебя сверху на крыше бегает. Бензо не нашел. Ты полезный, брателло.
Ну туда на остановку, Никитос, бегай, вдруг тебя автобус заберет, увезет. Бля, на остановках я был уже, братик. Сейчас я вот сюда тут добегу. Отсмотрим. Сука, надеюсь, тебя по пути собьют, нахуй. Самолеты, самолеты, самолеты. О, вижу этих типов, которые тебя прихуяли. Которые меня в***ли? Да, да, на крыше до сих пор сидят. Блядь, это такие собаки, это просто, я говорю, они псы. Я еду, две тачки высадили, сразу даже не дали. Я только заднюю кручу, тапку в пол, блядь, и отсос. Так, ну, а знаешь, у меня здесь, у меня лут от сайфатиса, да, здесь? Спасибо большое, Алишер. Да-да. И я с лутом буду лететь потом обратно, да? Да-да-да, какой заберешь, такой да. И получишь. Блядь, а мы, кстати, на краю зоны в этом кемпе, Никитос, к нам сейчас народу с города придет. Это очень плохо, братишка. Это очень хорошо. У меня ноль оружий. Как такое? Это вот плохо. К2, еб***. Какая нахуй К2, нахуй на меня надо, блядь. К2 вторая, вы чё, угораете? Где ганы? Да, Никитос, МБ на нас падают типы парашютисты. Сверху, прямо над нами. Я в качалочке. Бля, убей его, нахуй. Подойди, дай ему пиздец, сука. Это с аэродропом, это с аэродропа самолёт. Какой с аэродропом? Долбоёб, 4 типа на парашютах летят. В зону. А, тех вижу теперь. Тут бэкпэк анима. Сука, еби меня нежно, а я-то думаю, хули я голый бегаю. Да, может, куда-то в другое... Куда бы тебе упасть, чтобы залутаться нормально еще? Ну я нашел М-ку! М-ку! Ну, у меня миник. У меня вообще олрайт на самом деле. У нас УАЗик есть, ничего не кто-то. У меня, правда, два реддота, блядь. У нас челы. А, мимо едут. Эти мимо, на двух мимо, тачках. Да. Не. Хотя могли нас закрыть. Бля. У меня звонил. Только... Да все, стули пасть свою, нахуй. Четвером на одного только могут, сучки. Я сейчас поцелюсь, нахуй, в свой Red Dot с мини-катабан. Изи вин, вопросы. Куда я, к вам? Или куда мы летим? Я не хуй знает, лучше не сюда, тут с города сейчас нахуя складов придет. Бля, я вот сюда в кемп попробую упасть, слышишь? Давай, давай, мы сейчас туда приедем. Давай. 20-31, прибыл. Сатору Годжи. Ладно, это последнее. Бля, не дай господь бог, тут сейчас какой-то уебан сидит за стенкой, блядь. А может. А может быть, забудем все и сбежим. А у нас, так сказать, нас одна любовь и одна только жизнь. Все, я на базе есть еще. Окей, едем к тебе. Вроде никого не было, дядь. Мне бэкпэк надыбать, и я вообще хуй себя буду чувствовать, руля. Нашел. А, вы на тачке? Боже, да, блядь, не облысел сейчас. Ты, прикинь. Пиздец, я слышу, просто только упал, тачка едет. Да ну нахуй, вы еще вообще, блядь. Я ее поставлю, бам. Тут не лутинг, если что. Тут прям вкусно лежит. Да. Вот бэкпэк еще второй. Да, у меня есть, брат. Все. Здесь патроны. Правда, блядь, тут такая ЛГ. Сайонара бой, сайонара бой! Сайонара бой! Бля, хрип уже, я даже не пел сегодня. А вы, кстати, ну вот особенно Леха, это просто пи***ц. Он хрипнет за один стрим. Ню. Может, ты просто, в принципе, очень громко говоришь всегда. Я очень громко разговариваю, да, я блядина громкая. Я сучка, я тварь. У нас жесткий там. Я уебина, трахни меня. Fight. Чего? Ты мне? Зато завали, Стасик. Блядь, к нам сейчас с этого пойдут. Так, ну и все, сейчас выебем. Слышишь, вкусно трахаем. Угу. Бим-бим, бам-бам. Я капуста. Посмотри сюда. Ты здесь уебан, рыжая. Я сам выйду в Дискорда, сейчас, ребят, доиграем. Давай. И с игры тоже люди нахуй. Бля, побежали туда. Куда? Тих. Ню лядню. Ну там прям жестко. По кому обстрел ведется, мнение? По Сатору Годжу.
Бля, я вас просто ненавижу. Это просто пи***ц. Смик лежит. У меня чел! А вот он, два на камне. Чипы вот здесь. Я бот. Я бот ебаный. Хорош, хорошо, хорошо. Хорошо. Где друзья? Я бегу. Там же, на камне. Подпушит меня, наверное. Если что, на синей метке были челы, которые Лёху убили. На машине. Если что, вот здесь какие-то челы едут сейчас. Окей. К нам едут! Едут на синей метке, походу. По мне тут Никитос, давай закроем этих, потом с теми разберемся. Давай. Никитос за нас даже не дойдет живой, ты чё орёшь? Вот здесь, на ХГ. Три хита! За деревом вот здесь. На моей метке там три рыла. За камнем где-то нокл, брат. Да. Хорошо. Есть каешки, Никитос? Есть, но не докинут оттуда. Неси. Ой. Бля, просто очень много складов. Отовсюду летит. Лучше к ним не идти, братан, в открытую. Они в смоках... Он скорее всего, ресы, да? Да. Хрены, я уже... Бля, ну он окнул, и один слева. Ваш ты полезла, сука, дурочка-то. Говорю же, опен, Никитосик. Да, он целит теперь слева ко мне. Хаеб кидает там еще. Нан, убил все, не патроном. Оба сдохли, оба откисли. Не знаю насчет обоев. Смог, отоползай! Заползай за дерево! Ну ты убил сразу, он не нокнулся! Он умер сразу умер, да-да-да, ну, я был минус. Все, бам. На моей желтой, если что. Окей, я поднимаю Никитосика. Давай. Он упал, что ли? Да. Да ты в рот, нахуй. Все, хилься, Никитос, и желательно съебать, потому что спину-то сейчас зайдут типы. Да. Все, на моей желтой, если что, чунгачанги были. Я вижу тут два этих пекинесла откисла. В кемпе под нами прям челы. Бля, сейчас смотрим зону и двигаем. Прям под нами в кемпе смог лежит. У меня X8. Меня ёб, меня убьют. Я выжил! Блядь, апни мне. В кемпе под нами. На Е, спасибо. Умничка. Блядь, хорошо. Хорошо. Здорово. Спасибо большое за 1000. Я уж думал. Мимо меня пройдешь, Джонни. Сижу, смотрю, всем деньги кидаешь, а мне не так грустно. Доктор, хорошо. Доктор, хорошо. Но он будет упал. По мне откуда? Все, не а, сука. Все, да. Похуй. Поставь метку. У меня не было хилок все равно. Парни, у меня очень грустные новости. Парень один, который остался живой. У нас, по-моему, вот здесь в спине еще. Блять. Да. Ой. Да. У нас не вот тут ебать, бро, мы в трипл бутербург. Я нокнул одного. На оранжевое еще, да? Да, на оранжевое я нокал, и спине, бро, на оранжевое. Да. Короче. Я двоих нокнул! Можешь лечь, бро. Нас сейчас закрывать будут спины. Понял. Я лежу. Справа, Денчик, справа от тебя бежит. Блять. Они меня увидели. Да, они так же нас закрыли, как эти типы. Сзади, дай геометку куда-то. На желтой будке. Спасибо большое. Не, мы в таком говне, это пи***ц, надо было с будки не уходить, вообще в пи***ц. Нас просто так обоссали, нахуй, это пи***ц. Ну я двоих щелов уронил, я понимаю, что там пи***ц. Влево, там типы бегают, суетятся. Я одного ебал, второго ебал, нахуй, все легли, чё по дэмэджу. Да шо ж у меня 68 урона. Да шо ж это такое? Бля, вот я говорю, мы его кикаем, мы берем топ-1 в первой закатке. Блядь. Ебаный хуесос заходит третьим, мы играем 3-4. Ничего, просто зиром. Давай, ну, Никитосик, берет, я в тебя верю. Попробую да. Панцерфаустинг найти, давай в тачку да, съедем. Мне кажется, поедем, повзрываешь вот... нас. Зря, типа, вот тебе надо что-то свое найти, понял? Ты думаешь, там надо взять какую-то винтовку, так ты ж нихуя не стреляешь с нее. Возьми, блядь, ППшку, блядь, я не знаю. Наконец-то Миромарс. Подождите, а Эрангель сейчас есть? Где Эрангель, нахуй? Что мы играем, блядь? Походу нету. Блядь, насос, что за карты, нахуй? Меня нежно. Бля, у меня тут 40 FRS. Еще один дебаф подъехал. Мышка не двигается, 40 FPS. У меня тут... Я же... На следующий просто мы слышим взрыв, нахуй. Блядь. У меня видеокарта греется до 83% градусов. А попробуй вот так попробуй. На нее вот так.
пукнуть? Не-не, вот так. Как-как? Вот так. Это как? Вот так. Не, дунуть на нее? Ну да. Дунуть — это тебе знакомое слово, я знаю. Попробуй на видеокарту дунуть, чтобы охладить ее немножко. Навсегда. Любимая моя. Мы летим в трак-стоп. Слава богу. Я? Не, в дырку не полечу. Да, дырка, все. Сигна и Чиваба. Что у Бедюха, у Никитоса? Да там, по-моему, такая, типа. 1060 Ti, ребят. Леха с Жуковкой 23к рублей накидали. Ну, это как мне за стримчик, прикольно. С нами склады. Спасибо, ребят, поддержали от души. Два склада с нами. Мымру, которая на меня даже не сабнулась, Польша. Нахуй. Польша? Больше, спасибо, больше. Никитос, за инфу. Польша. Магадан. 8 человек падает. Да нет, тут, по-моему, 5 не, складов. Не, больше, 12 как будто все. Не, бро. Блядь. Никит, пожалуйста, не берись за математику никогда, окей? Ну, не твое. Все под контролем. На оранжевый. Вот здесь два рыла. На оранжевый? На оранжевый склад пинил, упал. Пинил, надо пинил. Это одно здание. Попробуй что-то ёбнуть. Пока я в атмосфере. Просто зубы выбиваю. На. Шиски, закнись! Бля, у меня челы вот там бегают. Релот, тварь! Тише, тише, не убегай, тише! Бам! Бам! Ёбну. Тихо! А мне! Пизда, Никита. Это мне пизда! Да кто удивлен-то, Никит? У меня здесь на мне нокнутый чел, он бежит ко мне. Бля, бро. Я тебя сам быстрее добью, чем он, можно? Я ган, Никита. Бля, на нем несколько типов. На нем да, прям. Все, все, тут Сатору Годжу прибыл. Мьютед. 2031. У меня хуй МК по одному патрону, который хуй. Такой себе. Ладно. Ничего. Схватил за жопу меня, козел ебаный, я проклинаю! Проклинаю его семейство на муки! Все его будущее родословное семейство на вечные муки, нахуй, блядь! Я ж просто падала с крыши, нахуй, ну чё ж ты меня трогаешь? Бам-бам-бам! Ебать, удаляй игру, типа. Все, удаляем игру. Боже, бомжи ебаные, все, пи***ц, ДЛТ гамма, нахуй. Типа драгунов нахуй с глушителем. У меня М-ка. Знаешь, что сделай? Что? А у вас разве... Хае в ноги себе нахуй! Бам! Ебать! Ебать, это что за... Ебать, это что? У нас обойма 3 патрона, выбегаем. Ноль дропа нахуй. Как говорится, бензотрак. Ладно. Кстати, я... Нам, видимо, суждено на этой, бля, улю карте играть. На кракене, нахуй. Вот это в натуре, вот это моя ситуация, каждую игру, вот этот вот чел, мы в пи***е, блядь. Посмотри, дэмэджа. Блядь, Никитос за все игры нахуй сегодня, это пи***е. Все, следующие игры по нулям, нахуй. Бля, давайте, может, next кого-то откроем лобби, чтобы нам кого-то закинули, что думаете? Гоу, 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 гоу. Даже веселее, может, будет какой-то подпивас залетит. Подпивас уже в пати есть, я надеюсь, за кого-то, чтоб играл. Какого-то, может быть, игрока подкинуло бы. Бля, прикинь, к нам залетает четвертым под пивас, и он прям набивает, блядь. Типа, он такой, так, хомяк ли, ты там чё? О, второй шанс, ребят. Бля, ну ладно, и мы плюс-минус так же летим, давайте туда же, цепляйтесь, туда же. Думаешь, выдвигаемся. Это этот? Ну да. Это мы прошлое, как нас откинули, показали, что будет, дали еще раз прыгнуть, и мы туда же прыгаем. О, знаешь, в каком фильме это было? Подобная какой? Ситуация. Много фильмов таких. Нет, я вот недавно ходил, мы ходили... Каюсь. Приезжал Evil Loading, и мы ходили в кино на Мадам Веб, ребят. Это фильм от Марвелинг. Нюдя.
Фильму я ставлю железно 3 из 10, железно. Можно, ну, с натяжечкой можно даже 4 дать. Охуенное кино для того, чтобы ебать свое время и деньги в кинотеатр конкретно. Вот, и она там типа умела, что-то, она тоже что-то видела и время умела откатывать. Понял? Она типа смотрит, и потом у нее откатывается время, и она видит, ну что будет. Стой, ты пошел на Марвел в 24-м году. Блять, у меня вот стоит входная дверь, и я думаю, вот если носорог будет бежать, он сможет типа ее протаранить там? Или ему понадобится помощь? Да, ну, не. Не протаранит, я думаю. Падаем! Летим. Падаем. Падают листья. Ну-ка, Никита, забавай нам песенку такую для сквада, так скажем. Могу только для скуф. Эй, скуф! Где твой светлый бледный лик? Светлый бледный лик? Выйди отсюда, да. Текст не может запомнить, блядь. Светлый бледный лик, где твой бледный лик? Светлый бледный лик. Mm-hmm. Это моя авторская песня. Светлый бледный. Авторские эпитеты, Никит. Авторское право, стрим твой не попал, блядь. Дурак, блядь. Нахуй. Чтоб тебя не кинули и не забанили. С твоим голосом, блядь. Никогда в жизни мне это не грозит вообще. Ты что, угораешь? С твоим песнопением, блядь. Весь талант в Брянске остался в комнате родительской, ёпта, за шкафом. Всего лишь хотел. Есть слот для приколов? Конечно, Джонни, залетамбус! Хуя, он тоже ебал в PUBG? Да не, он увидел такое пати, говорит, не могу мимо пройти. Тоже хочу песни про скуфов слушать, сидеть и рубить. Эй, скуф... Ух, ебать, X8, мою маму! Забери, брат, я оставил. А как он озвучил? Реальный X8. Эй, скуф! Где твой? Давайте я перекину нас в рум повыше. Тунь. Эй, скуф! Здорово, Джонни! Здорово, Джонни! Насколько ты пабгер по 10 озвучь? Я играл с беты. То есть... Подожди, примерно подожди. Как я. Мы что, выиграем игру сегодня одну? Нет, потому что последний раз я в PUBG заходил год назад. В бете, да? Спасибо. Он увидел, блядь, какая ситуация вот эта. Нам пи***ц. Да поддержу, братка, хули, не впадлу. Услышал про подпиваса, думаю, я как раз, блядь, чупырку открыл, нахуй, зайду поддержу. А я думаю, хули молодняк сейчас по БГ вернулись, блядь, когда отвоевал уже свое, блядь. Я думаю, ну... Тоже попробуем. Пора, бро, пора. Это ща хайп рыли, типа. Нюдя. For real? Нюдя. Это ща хайпик. А Fortnite что там? Ой, заходила я недавно в твой Fortnite. Так. Быстренько выиграл. Там фаст топ-1 был. Даже неинтересно играть. То есть первая катка топ-1. Я даже сделал фотографию на телефон. А в следующем сезоне боги будут греческие. Что ты скажешь? Блять, обожаю, знают, как подкупить, бляди. Блядь, это реально на кого-то работает? Ну, типа, скины просто добавят. Не, ну там что-то будет, блядь. Там же рука вылезла, блядь, титана, на полкарты, блядь, сундук держит. Да, я видел, какая-то рука огненная, нахуй, сидит. Да, это титан. Титан? Планету держит. Как они еще лор умудряются вот выдумывать? Да они уже сами не помнят, что там было. Так его 7 лет назад там этот Дональд Горчица, блядь, уже выложил фотографию. Вот, мы 7 лет назад это все придумали уже. Дональд Горчица? Ну, мастер у него фамилия. Горчица, блядь. Мастер с инглиша это как? Ты понимаешь, что там заходит чел, несет полную хуйню, надеясь на то, что мы нихуя не знаем, и типа вы... Вот он сейчас выглядит как first message. А там Тони майонез слил инфу, что ебать, я нашел, что? Так у него брат есть, кетчуп. Да, Кирюха кетчуп, знаем. Легенда вообще. Спасибо. Они... Спасибо за 5-й сезон, Кирюха Кетчу. Помню, как родной. Эй, скуф! Бля, типы бегут, откуда я и думал. Всё, вот здесь попал. Пизда нам отсосали. Два раза попал. В опене. Это Джонни их наманил сюда. Геолокацию слил к себе в ТГ, блядь, чтобы нас вы... А где, бро? Да, дай метку. Да. Вот он сюда бежит, вот. У меня уже, блядь, пока вы... У него... А, он сзади меня? Он чё, ебал? Он один? Ну, по-моему, с той стороны еще 4 типа падали. Он не один. Ох, я его раздену догола, нахуй. Да, ты его раздевай.
Ой-ой-ой, это что там? Он на блин, вон он, братух. Помогите, вон собаки, еб... Накидал, накидал, там лоу. Все, на синий лоу. Я ем таблик. Помощь, осаду. У меня близко, да, за камнем. Сосиска. За камнем вот тут. Накидал, они... Сейчас я ему хаешечку дам. Сейчас мне накидают. Двое на оранжевом. Я жестко накидал. Нокнул, ближнего нокнул. У него третий бэкпэк. На оранжевой, на горе, да, были? Да, целят себя, бро. Сука, как он умеет стрелять, хуй. Не стрелять. Я упал немножечко. Бля, там очень, там типы без брони, бля, походу. Дал пизды немножко, дал пизды. Они должны быть без хп, нахуй. Ни хуя нашего. Бегу. Там меня каверит тип, чуть левее оранжевый. Блять, у них тачка. Они уехали, по-моему, не? Не, один целит. Я пока бежал, видел, как целит. Бля, это как? Тише. Ща. Поднимай Никитоса. Давай. Бля, хилок нет. На горе, ребята. Я подниму тебя, бро, у меня телефон есть. Спасибо. Двоих на горе нокнул. Сейчас с горы уехали. Да. Ты кто за кавери говоришь? Вот. На какой за кавери? Я с Панцерфаустом, блядь. Да, ты что, угораешь? Он их идет поднимать. Бля, какие вы мрази, это просто пиздец. Я хиляюсь! Какие мрази, какие трещи, как соло их разъебу, типа сносят просто. Ты видел, как я его спалил заживо? Я влил бензином и спалил его заживо, прямо на глазах его друзей. Вопросы. Все, пошел звоночек. Расхуяришь. Прием, ты сюда вызовите, пожалуйста. Блять, он прям смотрит. Хорошо. Я отвлекал, ты добил. А, Денджер Димон? Димочка, сын б***ь. Димуль. Извини, Димуль. Мама погибла, да, вчера в автокатастрофе? Ничего страшного. Не переживай. Это ж я ее сбил, нахуй. Я недавно только права купил за деньги. Тапку в пол прожал и б***доту эту. Прямо в пол. Это бил хуятину, б***ь. Заебашил, Денчик. Справа бегает. Ну чё ж он так долго достается-то, ёбаный? Сейчас такой бы мувик был. Я ебал руль, нахуй. Ой, сука. Сколько я тебя раз Никитос сегодня за игры поднимал. Мне кажется, я поднимаю его раз 10. Я бы хотел найти Денджер Димона в чате, но тут Денджер сосисок, блядь. А, блядь. Денджер Андрюха, Денджер Артём, Денджер Барбос, Денджер Данечка. Денджер Димас. Откуда стреляют? Похуй, будет фирмач. Брос, две минуты похуй осталось. Ну поживу, в зоне где-то высадишься, где там зоны. Ебать мне мчать. Бежим. Меня Дима зовут, Даш, пермач тоже. Копстер на этой карте у меня ассоциируется как человек, который всегда бежит. Ну, блядь. Вот здесь ты всегда бежишь. Именно да, пешком, да. Всегда. Можешь машину не брать, пешком похуй. Я Пароль. Юра. Даш, пермач Юри, нахуй. Как относишься к имени Ярик? Твунтик, пермач за вопрос дебильный. А там тип даже не Ярик, понял, он там... Я Ростик. Твунтик, пермач. Да, если тип напишет, что он Лёха. Пермач тоже, за копирку имени. Я Ваня, пермач. Если Никита в чате есть, сами себя баньте вообще, ребят. А, бля, у меня мудрый Никита. Сука. Анмод быстренький, бам. 30 секунд, братала. Да, ты живешь. Просто ну я куку его полечу, блядь.
сюда, меня сразу разрешитят, блядь. Ебать! Бро, 20 секунд! Умоляю, просто живи, 20 секунд! Ебать, прикинь, там уезжает, пушкой. Бля, это типы, которые по мне наваливали. Ебать, вот это встреча нахуй за зоной. Так, немножко звук правил. Я здесь. Ты и куда мне? Решил побанить чуваку. Бля, короче, я просто падаю в какой-то в дом мафиозо посреди гор, нахуй, дядь. Если... Окей, делай. Какой шанс? Вот какой шанс, что здесь какая-то проблядушная сейчас сидит? Я думаю, 53 человека, тысяча шансов. Просто залупа какая-то, нахуй, ситинг. Тут еще и рядом пролетал самолет. Я просто навряд ли до тебя доеду через игру, через карту эту. Двери закрыты, брат. Прикинь, никого... Никого, и лут есть? Тише, меня вырубило, на... О! Да есть же шарик! Это встреча, нахуй. Драгунинг, сюда. Прикинь, я в зону въезжаю, слева две тачки, блядь, бам. Внимание на количество патронов. У Драгунова. Пол сервера собрался там убивать. Это ко мне приехали или это, блядь, кому-то приехали сейчас? Я еду в роду тебя. Все, понял. Может быть, доеду, хуй знает. Да я нет, через... там шансы нулячие, сори. Через Пикадо еду тут везде, хуй. Ну, у меня уксер есть еще. Приезжай, рад тебя видеть. Буду. На бензина не хватит, правда. Но постараюсь, бро. Постараюсь. Да нет, доедешь. Ты изи доедешь. Через горы едь. По мне обстрел. Ебать, у меня файт здесь. По мне все стреляют, бро. Охуеть. Вольная борьба, welcome. А, это церковь. Как-то надо дать направо теперь к тебе. Денчик, у тебя бензо ноль. Да, да, я знаю, я вижу. Но, блин, останавливаться что-то посреди дороги и такое. Ты катишься просто или что? Не-не, сейчас буду катиться. Да, я на гору заеду, чтобы попробовать докатиться до тебя. А умом, слышишь? Ну, по идее, хватит. Ты моя сковородка, блин! Ты, где? Почему я еду куда-то на Эльбрус, нахуй? Все, на тише, нахуй. Тише. Я как раз между. Ко мне нужно скатиться будет. Бля, если бы тебя придавило сейчас машиной. Подожди, это был бы эпик фейл. Это был бы пи***. Я, по-моему, проехал всех, кто на этой карте играет. Ну все, значит, на мне никого нема, правильно? На аирдроп на тебя падает, чекни. Я вижу, как на тебя падает аирдроп. Я благословлен. Но он падает ко мне во двор просто. В рот, он буквально на меня упал, где я был в этот момент. Не дай, меня сейчас город ебать в рот. Я качусь из бензина, бро. О, вот это мне надо. Ну сюда сейчас точно кто-то примчится. Дай залутать. Надо. В рот. Да, с горы. На тебя дал, на всякий. Тимкашка, бро. Какашка. Я захожу внутрь. Бля, я запись. Что, мы внутри будем сидеть? Семерки есть, а? Семерки? Ага! Блять, но у меня 60 штук, бро. Ладно, я их где-то скидывал, бля. Не помню где. Там. На меточке. Три рыла бегает. Очень далеко. Был бы у меня X6, сейчас бы уже трое лежало, нахуй. Но, к сожалению, X4. Я пошел в соседний дом, мне тут слышно. Бля, Тип вот сюда на парашюте упал. Видели. Если сейчас забегаю, ты не за мной, давай, ББ. Да, я в дом этих престарелых. Чего? Мы же его обстреляли. Дом престарелых. Предыдущие катки нет. Новые отстроили. Бля, вот бы мне кроссфайр, пизда. Я бы сейчас всех ебал нежно. Говорю, как есть, нахуй. А какой ты хочешь кроссфайр? Третий бэкпэк не подобрал. Вопросы какие? Можете забрать. О. Да ну нахуй! А где enemy? Чё все очкуют?
Ну все увидели, что ты залутал, блядь, РД. А где энеми-то, блядь? Не бачишь. Бля, отвечай, сейчас доиграем. Джонни говорит, все, мне пора, пока. Да-да-да. Нормально, нормально посидели, братва. От души, всех обнял. Ты понимаешь, где мы? В ущелье, нахуй. Я, кстати, тут будто впервые. Не-не, кучу раз. Мы здесь на золотой тачке недавно, у тебя на стрим приезжали. Тут? Да. У меня, кстати, был бензо, можем твою тачку заправить. Она еще раз хуйна, в дулиду, помнишь? Окей, блядь, тогда взорвем ехал. Нахуй. Бля, никого не бачу, слышишь? Все, да, я тоже. А мы в центре зоны, брат, нам пи***а в любом случае. Я сейчас сяду вот где-то здесь, и все, я не выйду. А у тебя, а там эскалат был, да? Ты эскалат какой-то взял? Не, не было. МКшка и все. У меня есть этот, если что, парашют, брат. Парашют? Ну я. Ай, чисто улететь в конце. Забайтить. А хоть бы зона была где-то у нас. Но желтый типов выжила, кстати. Они, по идее, поближе сейчас подойдут. Пакость сделал. А, не, это все, что было? Не было бэкпэка? Или ты забрал? Не, не забирал, не забирал. Бэкпэка не было, охуеть. Наебка. Бро, я пранкую, если что, сильно сейчас. Парашют взлетел. Можешь цепляться. Окей. Реально? Да. Гоу. А, блядь, вот тут на горе целят, бро. На парашют не получится. Сейчас поставлю метку. Оранжевая. Угу. Пинил, бля, пинил. Пинил. Это желтые те. Бля, они оба, они ковырят. Я типа смоки накину. Или бля, может, реально улететь? Да по... Бля, улететь, конечно, было бы им... А, не, зона, брат. Мы в центре зоны. Я не выйду отсюда, я забаррикадируюсь. Сяду на ебаный матрас, бля, и буду просто сидеть. Что мне сделают? Что мне сделают? Я здесь живу, на... Это мой дом. А пусть хуярится. Тачка едет к нам. Вот так можно не бояться. Ладно, мимо можно. Едет, мимо. Но они прям злые, они прям все таки, надо их убить. Это нять, Эйдер был. Это был нять. Ты я разбил? Да, это я стреляю по ним. Бля, еще один Эйр упал. Да ну нахуй. Я спот выбрал, слышишь, вон лежит. Сдача это, если где-то не выпал, то сюда скидывают. А, ну получается тут... Куда мы целимся, Алексей, в оконную раму, нахуй, ебать, интересно. О, они будто на аирдроп, да, побегут. А чем еще делать? У нас просто его здесь ХГ, да, везде ХГ, и мы снизу, блядь. Прикинь, зона будет, нам надо будет вверх подниматься. Мы ж ебаться, блядь. Ну это дед, тут даже деревьев, блядь, нету. Не-не-не, просто голые. Никого не вижу, прикинь, просто ноубоди. Едет. На аэродроп приехали. О. Там воюет, войнушка. Окей. Дёнки. Кстати, наш вертолёт ещё летит по карте просто. К слову, мы могли бы сейчас вот быть вон там, например. В кампо милитари. Жёлтые твои целят. Пинял. Спасибо за подписку. Спасибо большое, Симох, за сап. Спасибо огромное. Вот этот гейм, когда их 50 человек, нас двое, и мы в жопе. Бля, как обычно. Как и там смайлик? Мы в пи***. Дал немножко попи***. На желтой. Бля, вот тут еще. На оранжевой еще, типа, жестко их всех. У нас, вот на этой ХГшке, если что, еще. Да ты угораешь. Все ХГ, которые вокруг нас, заняты. Я не знаю, по кому даже накидывать. Тачка едет. За этой ХГ, за желтой. Скорее всего. Блять. Мертвые. Там БТР, бро, не та. Это тот БТР. И он едет в твою сторону. Куда? Не-н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 е
здесь. Бро,
Мы в зонинге. Ром, мы супер вкусно сидим. Супер вкусно сидим. 99 дал, брат. Будто бы кто-то может... Бро, тише. Только нет. Готовь хаешки, если честно. Да не, я их пропустил. Пусть едут с богом. Ребят, давайте. Вам колеса подкачать надо? Бро, у нас вот здесь сзади. Да нет. А, ну они к нам побегут, по идее. Ну да-да-да, однозначно, встретим. А мне бы на крышу? Ну на крышу тут вообще, типа, страшно, наверное, залазить, да? Нам тачку продырявили, охуеть. За что, мрази? За что, там бля? Там даже нет бенза, бля. За что? Там. Фул вокруг, короче, фул, все вокруг, везде, да. Везде, забей, везде. Ну, ты, главное не кипишовать, типа. Мы в кольце. Вот здесь. На аирдропе хуйца напиздил немножко. Бля, так хуёво стреляться. Они помнят Винтер. Чё там, спросили, как Никитос умер? Не, попадал ли я по кому-то или нет в этой игре? Да нет, конечно, забей, хуй ты чё. А, не, в этой попадал. С Беттера типа вроде бы вышли, кстати. Или нет? Машина что едет, да? Хуйс! Бля, лихильси. К нам что-то едет. Да, едут. Но они проезжают. А, проезжают мимо, да. Мне бы шлем найти. Не видел нигде второй. МБ где-то видел, так не вспомню сейчас. А, забей, у меня третий, все нормально. А, ну ладно, еще тут второй будет. Ну то есть сзади вот эти типы все-таки уехали на тачке. Бля, может нам тоже надо будет потом по левой как-то обходить. Я бы на левую ХГ вот туда пошел. Я уже на улицу вышел даже. У нас вот тут тип. Оранжевый. Прикинь, на оранжевом стоит. Тише. Беттер-то ездит, дядь. Беттер поехал по ХГ. Беттер поехал, блядь. Сука, сзади нас просто уехал Беттер. Он на желтую, брат. А на желтую были типы, во-первых. А во-вторых, справа... Два БТРа! Два, да. Ебать меня нежно, дядь. На Беттере стоит тип. Хочешь пострелять по нему? Я уже стреляю. А. Просто стреляю. Ой, ай-яй-яй, я застрял. Вот тут буду сидеть. Да, посмотри зона. Те, кто на ХГ выиграли игру, нахуй. Нам надо налево, брат, муваться. Да. Если будем муваться, то налево. Этих беттер хотя бы. Ну, по нам вот эти и будут с беттера будто стрелять. Там беттер с беттером встретились. Тут хуй сидят. Слушай, ну играбельно, на самом деле. Они под беттером сидят. Они могут просто с него скатиться просто. Можем вот так пойти, слышишь? Вот так. Понял? Да. Давай попробуем. По ЛГ? По нам? Это подкуда? Да, по мне. Хуёво. Это с желтой будто бы твои. Да, сверху, блядь, вот сюда занимают. Пробую, похуй. Ай. Блядь, тут еще он. Нокнул одного нокнул. Я лягу, захилюсь, попробую. Кажется, гранаты сейчас закидают. Кидают. Захилился. Да, там же где-то того нокнул. Кидаю ХЕ. Грею. Хорошо. Смоку, может быть. Да, он скрылся. Этого чуть-чуть подстрел. Смока. Одного нокнул. Это фуловый был, походу. А, не фуловый, хилится внутри. Хорошо, брат, хорошо! Хорошо, брат. Бро! Очень вкусно, очень вкусно! Вода осталась, запиваю. Ой, как мы раскинули до с ХГшечки, блядь. У них синий мобильник. Тикитоса вызывай. Вызывай, братух. 300 патронов набрал себе тут, чтобы на всякий... Точно хватило, блядь. Сейчас. Да. Где все бы инфу взять? Тут, дядь, тут спот целый. Бля, жопу, куда ты сидят, да? Ну, конечно. А на беттере на втором вы***, да, Челов? Видимо, да. Они перебегать им нужно было. Да, беттер стоит. Сейчас гляну. Бля, тут три аирдропского на друг друге. Мне X8 сейчас. Да.
Бля, тут чела еще на КГ выехал, пока мы поднимались. Какого-то одинокого, блядь. Короче, я не... Он лох ХП, брат. С юбом! Вот чеши дальше, за этим пригорком. Там он красный, брат. Он, скорее всего, один. Вот он. Хорошо. Брат, два в четыре остались. Попробуй поднять. Блять, они... Он сразу откиз, да? Да, это от соло был. Ебать, мразь, нихуя себе мы встретились неприятно. Все, там четыре типа. А нет, нет, бро, все вкусно. Ну теперь там три типа, все, теперь там, да, трава. Ну мы в зоне. Да, сидим. Я пойду у него что-то спизжу, слышишь? Бери. Л. Нахуй мне... У меня ничего. Шлем третий фуловый. Да, жалко, хае нету. Они сейчас будут тут впереди постройка, ангар такой. 100% в него сядут. У меня есть. Вот, в ангаре. Блин, с чего он стреляет? Двое, там за ангаром еще. Да. Хае накидывает. Идиота кусок. Я хаешку дал? Да, они прям каверят. Просто за этим домом все стоят. Ладно, нормуль, все нормально. Давай. Попробую его прям вообще оббежать, бро. Погоди, не знаю, что я обошел. Угу. Знали все. Они реально по смокам хотят побежать. О. Бам. Так, бля, меня очень... У меня. Двое у меня. Я хуяю, блин. Живи. Живу. Хилю аптеку. Я прям у них. Он опять может быть дальше, один нокнут вот тут. Да, я понял. Слышит меня. Бля, будто бы апают внутри, реально. Но меня сносят, бро. Точно снесут. Блять, они прям тут стоят, я вижу через текстуру их оружия. Справа вот здесь. Каков шанс? До сих пор сидят. Кинь. Вижу вот здесь глушитель. Блять. Сколько у них смоков, блять? Что это? Охуеть, но не мрази, дядь. Их выжить с постройки. Я просто сяду справа. Бля, тебя они будут, наверное, ждать тоже так же. Еще смоки кидают. Прикинь. Я под их смоки играю. Окей. Он хотел умом! Он хотел умом, я нокнул его. Он за зоной умер. Одного нокнул. Справа. Он лох ХП, лох ХП. Я почему-то думал их двое, брат. И я нокаю, я думаю, все. Хамы, блядь. Сука, я не за друг другом. Ёбаный насрал. Не, ну для такой игры, бро, нормально. Вы что, так это играли? Мне бежать надо. Ладно. Да, не, босс, в такой ситуации ты возродился, это лучшее, что могло быть. 1000 дэмэджа, дядь, ты здесь? У меня 1000 дэмэджа, 3 килла. Ебать. 1000 дэмэджа, блядь. Ебать у нас на двоих. У нас 2000 дэмэджа на троих, нахуй. Вы здесь? Пиздец. Это я тогда со снайперкой попикал, нюдя. Как в Бабаджи там добавляться? Как тебя сюда кинуть? Я пока пописываю. Ну, давай. У меня малая мбалая. Сейчас, я добавлюсь. True Danger Lyoha.
Сяб, как мутер альман. Нанде сан кара, сан шико. Абайо, ты получишь запрос, сука. Где тебя надо искать? The Flex GK напиши. Браузерку, Серж никнейм. The Flex GK. Полетел. Заинвайтил. Есть? Принят, принят. Ай, какая сучка цыганская, блядь. Блядь, я просто конченая. Мбауэ, мбауэ. Ай-яй-яй, блядь, Джей сегодня очень хорош. Чё говоришь, Джонни? Два сета миксанул, говорю. Не, хороша у тебя сучка цыганская, да, в натуре очень хороша. Очень хороша. Но я пизжа, должен понимать. Ну ты вообще это киберпук. Сука. Как оно? Блин, вот после таких игр кажется, что ты еще сейчас разъебал. Стоп! Инфа из чата. Джонни Рекрента на трио турнире убил. Правда? Да ну нахуй. Пиздешь. Ну мог бы не скромничать. Он скромничает, да? Я испугался и случайно въебал об этом. А, он за тебя в команде играл, что ли? Не, просто не. Жижина. Бля, кстати, третий Миромар. Вкусно. Подряд. Угу. Кстати, одни пустынные карты, кстати. А это что такое? Карта какая-то, да? Ага. Вы о чем? Ну, о картах. Он говорит, что это такое? Картишки. Карты? Да. Играли. Ну, я вообще отъебашу на троих. Услышал? Нет. Все, у нас четыре. Я вчетвером расход. Вчетвером упадем. Бро, начали, мы всегда давай. Играем 3 в 4. Никис, 3 в 4. Аристарх, спасибо большое за сам. 2 в 4. 3 в 4, и Никита иногда не играет. Ну, чаще всего. Вот сейчас я баланс там буду нормально. Спасибо, бро. 2 в 4, отлично. Нихуя не поменялось, все здорово. Бала-бала-ба в чатик, let's get it. Меня сейчас со спины начнет хуярить, я пытаюсь застроиться буду сразу. Давайте Минас. Ты же не умеешь строиться. Куда? Что это за метка? Ну ладно. Я ты местечко выбрал, бро. Куда мы командовать нахуй? Не знаю, Минас, генералис. Там контора, выше конторы, короче. Let's go! Я что думаю? Я, может, думаю, пусть он прыгает, а мы дальше полетим. Ладно, полетели на завод, еб***. С кем шансом нам сабасут здесь сейчас? Ну, есть шанс, что увидят нас и не полетят просто. Ну, они такие, блядь, в прошлой игре топ-2 взяли вдвоем. Ой, ну не. Это номинанты на победу были. А двоих можно сразу съесть будет. Я вот Энгер вот этот возьму. Энгер? Да. Так, Никитос, спецзадание. Панцерфауст и Пангер. Два сквада. Три сквада. Ой, хорош, Джонни, заколил, я разворачиваюсь. А это стрим снайперы, ёба. Вот сюда на это падаю, на это Энгер отдаю. Не, вам бы лучше, да. Со мной падают. Тут не три будто бы. Я на баклажке, ебать, приземляюсь. Мнение. Никитос, к тебе падай тип, бери оружие. Плохо дело, плохо. Да, он бежит к тебе, вот с оранжевой метки. Понял? Понял. Я с секиры сейчас приму его. А чё двери закрыты, блядь? Да, на Е открывать или на F. А, вижу. Понял? Кого мы, блядь, позвали? Бля, он меня в рукопашку хочет захуй. Не надо. Джонни, ты ж проиграешь. Стрим снайпер, с***. Я на велике. Уезжай. Они за мной вдвоём бегут, блядь. Уезжай, Джонни, уезжай. Да не могу, я помню. Не, уезжай. Не дерись. Драки плохо. Отец дудка. Одного понял. Нокнул, гайс. Так, короче, убей. Выводы сделал. Я думал, это в натуре он что-то умеет, нахуй, вы не слышали. Бля, это просто пиздец. Да это стрим-снайпер, дудка ебаная какая-то. Бан! Витя! Ну, давай сакцентируй внимание. Какая разница, у кого отсасывать? У стрим-снайпера или у рандомного типа, Джонни? Ну, у рандомного типа. А рандомный тип меня не чезил бы. Этот сразу побежал. Бля, ты думаешь, вот эти умные слова сейчас напи***ешь, я не пойму, о чём ты. А, ребят, тут боты упали. Вы что, угораете нахуй? То есть у меня бот сейчас хочет сказать? Да. Бежал за мной, там танцует сейчас передо мной бот, да? Подожди, он кулаками тебя отпиздил? Да, он не кулаками отпиздил, он застрелил. Вот сейчас до конца убил. Да не, отец дудка, это...
Бля, это вряд ли стрим снайпера. Нормальный тип. Никто, что? У тебя рядом, Комстер, рядом у тебя! Хорош. Давай, Света Солар, уехала. Цветуськи, поебусь. Подожди, подожди, мы стартовали 4 в 4, да? А как так получилось? Главное, забавно, Никитос, а ну-ка попробуй отъедь сейчас нахуй. Бля, Никитос, у тебя за домом! Ходит дура. Сейчас стоим башни. У меня третий броник. Я пойду, я поправо закручу. Третий броник у Шила был, и он откис. Еби меня нежно, б***ь. Пиздец. Маками пробили, прикинь. Парни, у меня у одного ни***а не происходит. Убил. Хорошо, все. У меня ничего не происходит, ничего. Я просто бегаю. Тише, тише. Вот там, где флэг Джекау сдох. Вот там два склада, скорее всего. Вот там потом суть. Метка, если что, на флэг Джекау. Если что, заберем, резним его тут. У меня? У меня близко. Бегу к тебе. Ты сосиска? Минус 99. С собой пожертвовал, двоих взорвал. Все, объедки тише. Остались надо. Как ты меня назвал сейчас? Объедкин тебя назвал. Говорит, надо резнуть объедки наши. Высадил доту тут одну сейчас. Мать, а он-то вкусненький. Это, ой, слышу. Но не вижу. Не понимаю. Вижу, 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 не вот там. Вижу, не вижу. Угу. Попал! У меня на заводе, блядь. У меня щелкнуло. Над тобой, Денчик? Да, да, да. Все, все, нокнули. Беги, беги к Лехе. Я похуй. За Лехой, да, да, да. Ну, я за камнем, но там чел смотрел меня с этого. С, да, да. С Мауэмбауэ. На желтой. Смик есть? Хуя. Смик есть просто? Нет, 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 нет. Все, ты отсосал тогда. Все, ты тогда отсосал. Можешь не бежать, ты отсосал. Можешь не бежать, ты отсосал. Все под контролем. Тебе нужны золотые сиськи. А у тебя тоже золотые сиськи? Конечно, бля. Вот тебе вот эти рога надо снять с ебанкой, и ты будешь соска. Да нет, там еба стрёмная. А. Твое что? Так ты просто рога оторви и маску оставь. Как у меня. Тише, тише, тише. У меня где-то слышу топот. Вижу. Сейчас поставлю метку. Это один. А! У меня все свернулось. Алло. Алло. Вот здесь чеп. Дискорд крашнулся. Ты куда вышел, блядь? У меня дискорд крашнулся. Все свернулось, блядь. Нас окружили, блядь. На синей метке, Лех. Прям на синей. Да не только на синей. Тут еще один сквад пришел и бьет там. Ой, я его не трахну. Я его не трахну. Я против секса. Я лежу, бро. Мне дискорд крашнул. Вот то Гельсинки. 40-90 балуется. Дебаф. Чего? Типа вы взяли четвертого, получайте. И вот тут еще ставлю вам на оранжевый, короче, везде, блядь. Я еще съел тут пару типов. Только даже не знаю, как тут дойти, блядь. Как мне выйти? Я за ящиком все это время сижу, стреляю. На синий есть. Виток мне. Попал по нему. Побежали, бро. И вот там еще есть. Забежал на синюю, в синюю забежал в андар. Сзади у нас, откуда? Сзади, бро, сверху. Ну куда я лезу, ну тупая ты мразь, ну ты же ешь аптеку, куда мы лезем приглядывать, сука! Блять, любопытные варвари просто за ангаром ебало оторвали, нахуй. Ну ебаный насрал, блять. Гидос, поставь метку. Спасибо за спасибо, Нураса, за сап, спасибо огромное. А это Ассасинус и Сонус произошел конкретнее, релик. Отец Дудка! Это тот самый стрим-снайпер, да. Да, 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 да. Ничего, я сегодня решил стрим без задержки просто посмотреть, блядь, вот так вот. Дудец, ёбаный. Ёшкин, кошкин, мышкин, блядь. А ну-ка, меня поднять. Видел, а ты умер? Да, да. О, у меня такой ган, бро. А можешь просто ваши чипы забрать. Слева, слева! Дудец, сверху, дудец, чуть повыше, дудец. Чуть повыше, чуть повыше. Вот там, да-да-да, вот. Это не что, у меня ган, блядь. Это пиздец.
Броник, так, хае есть? Хае есть? Хае есть? Нету, нету, нету. А вот у него есть. Вот, вот, вот и летят. Он услышал. Бля. Дропнул. Я попадаю, нет! А вот он попадает. По-моему, это минус 99, нет? Смотрим, блядь, урон. Я просто, бегал, всех ебашил. У меня, блядь, команда на... Я сейчас покакаю просто на монитор свой сяду. Вопросы по дэмэджу? Хомяк ли, он вообще раскрылся, слышишь? У меня пи***а урона. 99 у меня там. Охуеть, блядь. Если попали бы еще и куда-то, где, ну, не было 50 человек. Ну, подожди, подожди, давай не будем тыкать пальцами в того, кто заколил, окей? Давайте просто кикнем его нахуй. Давайте, не будем, ну, ребят, так случается, пальцами тыкать не будем. А ну, давайте, пикайте, пикайте локейшн. Сосина. Да чтобы локейшн пикнуть, да должен 4 человека рейди должно прожать. И чтобы мы на карту поехали. А, так я нажал. У нас... У нас вообще такое проблемное. ОПГ 4, сучки. Будь ко мне, добра, сучка. Вот так вот. Не, ну все, я, конечно. Нет. Все остальные все карты удалили. Все на игры, меня, да? Конечно. Я сам на себя залюну. Ставьте бали, братва. Бали, бали, бали. Let's get it. А Friendly Fire считается? А, чего? Ой, это что за сучка в чате? Лапки светит свои. Что за сучка? Это она, это хочет... она подписалась на тебя. А ты снимешь мне, Джонни, такое же видео, где ты лежишь, так у тебя ушки торчат, а ты ножками дергаешь? Еще раз? Ну так ты лежишь, у тебя глазки торчат, носика не видно, бородки не видно и ножки сзади такие дергаются. Я в ТГшку запущу. Ушки, глазки и ножки. Нужно еще поп. Чего? Ну попка вот так. Ну, кто не видел его попку. Прикрыть можно, прикрыть можно. Да там волосы прикрывают нормально. О! Тогда Денчику пойдешь, 10к падает на карту. Да я сам кого ходите за 10 тысяч уронил, вы чего угораете? Все, привязался. Я как этот... Цепной пес. Да, он самый. Пиявка ебущая. Так, принимаю решение, ребят. Спасибо. Решение должно быть взвешенное. Играть на команду, однозначно. Поэтому на миналис вот нельзя это, да? Нельзя принимать необдуманных решений, таких резких, как это называется, непредвиденных. Нельзя допускать такие обстоятельства. Поэтому мы откидываем Пекадо, такой огромный город, как Лос-Леонис, над которым мы пролетаем. Чумачечу тоже откидываем. И, ребятки, в Black Yard. А красный, это что, порезы какие-то на карте или что это? Чего? Вот это красное, что это за хуйня? Да, то надо подойти подшить просто. Полетели? Да, едем. Да, мы уже летим. Шабери, дари, с нами, с нами летят. Да, конечно, стримстаппер будет летит. Утка летит с нами уже. Бал, это золото хотят. Кстати, нас не стримстаппили, пока ты не зашел. Да, кстати, да. Ничего не хочешь сказать, ты с собой, блядь, хейтерков привел, блядь, сейчас? Да, эти же типы, говноеды. Вон, дудка ебучая, я его издалека вижу. Вот туда летим, вот туда летим, разворот, блядь. Давайте. О, мы тут топ-1, да, ой, да, топ-2, да, брали. Да. Сейчас топ-1. Да. Хуесосы ебаные, что началось-то? А, ну вот три клипа, нахуй. Да, кстати, Твунтик, сделаешь клипы с этим, с отцом-бегемотом, и если это он опять, он нас убьет, второй клипа сделаешь. Высылаем. Да, не важно даже кого. И там Пермачера уже, да, прилетает? А ты не шаришь? Десаут откидывать умеет. Реально? Да, сам прям? За стрим-снайп. Да, да. Поебись. Но не во всех играх, Джонни. А, ну тогда нет. Да, только в папе. Туда прикол вот этот есть, заберете? Прикол есть. Рюкзак 2. Опа. Я ты приколист. Ну ща эти дуры будут ждать. У меня 8-й серпас еще уже нахожу, нормально? Блять, косить это, мне тут. Бро, успели. Это ля классик вообще здесь. Серп, это ля классик. Че мне тут косить? Песок? Леха на меня напал Степкоп и жестко избил, жду извинений. Но это самый наглый пи***ш, который я мог слышать. Степкоп ростом 1.40 м, у него кулак размером с мой мизинец. Кого бы он мог избить, блядь? Гусеницу нахуй. Может, Твинтер написал? А, да не, не Твинтер.
Бля, у меня нихуя нету языка. Ух ты! Носкопчик. Кого застрелили? Носкопчик. Никитос, у тебя как там обстоятельства? Нормально, я тут... Денджер Димона, если что, ёбнули. Что ж такое, Димас? Что ж такое? И убил его отец Дудка, да? Не заходя в спину, ну что ж, убить не можем-то. Ну как так, Дим? Ну ты чего? Какой же позор. Приставку Денджер убил и стрим-снайпит. Бля, это просто позорище. Притом не X8 носит, а труп матери своей ебаной, так. Нахуй, паскудник. Да. Мне показалось, или вот здесь стекло сломали? Это я. Ох ты, стреляют, откуда? Откуда? Сучки, бля, земля круглая, нахуй, найду сейчас. Вон там. Опять Денджер Димона, блядь, снокнули, да что ж такое. Что ж не живется, блядь, Димчик это, блядь. А тут ГУЛАГ есть? Угу. Ну на этой карте возрождается. ГУЛАГ, реселка, блядь, вообще все, велосипеды, Миники, БМП стоят, нахуй. Секира лежит, надо еще одна тебе в коллекцию? Эмбауэ, чивиридаридиридидо. Кикеши, о, тоже типчик. Даш, а забань вот этого червячка в чатике. Или как? Вот этого Диму. Спасибо за подписку. Спасибо большое, Дилан, за саб. Спасибо, бро. Да чего опять не получилось? Застрял в огне. МКшку нашел, мне бы пятерки нахуй где-то надыбать, слышишь? Я тоже МКшка, вот они тут, типы, к нам бы выдвинулись. Ой, как где взяли это сразу. Где чел на велосипеде едет, блядь? На оранжевый? Да, двое. У меня без прицела и у давай них... дам на эту. Давай, пятерки скинь мне. Ну, на оранжевый стоят, целят. Бля, то есть у нас два сквада. Ну а хуль ты думал? Все, проснулись. Сучки, блядь. Я никого не бачу, если что. На оранжевый за такими двумя сиськами большими. За огромными сиськами? Да. Один за левой, двое за правой. Четвертый где-то обходит, наверное, или что-то типа такого. А четвертый что, наблюдает? Ну, у них, как видим... Стримом докладывает, да. Информатор, блядь, сидит. О, видал? О, стреляй! О, 290! 300! Там! Я прыгаю, танцую. Да и сучка, да почему меня на... Прям, а может это твои стримы? Я себе стримил нахуй, стал света дать. Ой, я чё ночью-то? Ребята, чё случилось, твари? А вы где? Бежу. Вот здесь метку. А чё все лежим? Алло, собаки! Под лестницами. Угу, окей. Я курьер нахуй приехал. А, со спины, парни. Это другие, А, сучки, это... да, со спины? Блять, охуеть! Нас стрим-снайперы в рот со спины, нахуй. Как тебе охуенно попало, блядь, пиздец? Меня отработал. Блядь. Джим всё. Сулу. Туда. Пик. Опасный. Вот здесь поработать. Он там соло был? Моих доели. Да, это я доел, доел. У меня тут, у меня чел. Да. Еби его. По башке дал. Нет! Потом! Хорошо, Джонни. А резьте меня, зайчик. Ща. Стрип-снайперы звонят. Резьте меня, солнышко, резьте меня! Я здесь, я лежу, откисаю. Будь добр, Джонни, резьте меня, резьте. Алло, прием, Джонни, звонок важный, алло, прием. С каким шансом сейчас просто хае летит в голову двоим? Да так и будет. Меня же ебал снайпер последний. Там, он там на метке был? Да, прям моя метка, но он, наверное, уже бежит. Они, он резает. Да, он своих возрождает. Блять. Какие, блядь, нищие хуйцы. Можешь пойти поработать по этой синей хуйне? Он резал своих типов там. А, он уже резал. А, у нас все. Алло. У тебя хилки есть? Бинц. Давай, бинц. Где? А, на. Вот в этой локе перед... Да мне не надо, дядь. Перед нами в локе. Кто сюда себе метку поставил? Ты энергайзер выпил. Поставил. Лёха, подбери чип под тобой, вот. Сосни яйца мои. Вот справа. Где?
А я того не залутал, Давай, говорит, вынерни, блядь, в открытую, сука. Ну ты все равно побежишь. Куда? Сука, макака, нахуй. У нас в кемпе есть еще, Джонни. У меня один патрон. Сзади? Да сзади было? Да, сзади было. На сотке. Ну он будет сейвиться, скорее всего, слышишь, тот, который перед нами. Ну да, если он умрет. Так пошли то... в зону, на него, пошел он. Пошли, сейчас пошли своих, назад. Своих надо резнуть, брат, надо наши метки. А, наши ну точно, точно, точно. Я гитчика взял? Слева, слева. На 30-30. Бля, хуебесы, ебаные. У меня одна пуля, въебала ему чисто выдать. Дайте жизни, с***. Пытаюсь сфотографировать. Плюс 6 пуль, знаешь? Слева, вижу, видел, на 205, на 205. На горе. На горе? Да, да. Бабашке дал? Ты можешь как на среднее колесико мышки ставить, блядь, этот. Не-не. Бля, сейчас. Не, он сейчас слева он... стреляют. Тварь ебаная. О, вот эта тварь меня нахуй убила. Это другая тварь. Джонни, лучше не смотри, он пикает. Нормально, так, нормально. Смотри. Я ему в рот дам. Я рот дам, найду сразу рот дам. Вот. Ёбище, я без шлема был, он меня выбить не смог. На моей метке тоже чип. Вот прям на оранжевый, на втором этаже куда-то забегаешь. Да, иду, иду, иду. Че, здесь поднимаем или на... Да можно здесь резнуть? Ну, туда, здесь проще будет. Только тот, бля, бля, ебать, сучка там, да. Да. Фу, боже, но они нищеёбы, ебать. Они просто пи***ц, я хуй знает, как так отъехать можно. Ед, на 310 едут. Ну, я на них там, мимо. Опа, мне стреляет уёбище, вот это. Ну, да, смотри, да, ты, блядь, он в зону, нахуй, стреляй туда. Я не вижу, если чё, где он. Я поставлю, да, сейчас метку, ты забрал? Вот здесь, поставил метку, где он стоит. А смик у тебя есть, брат? Есть смок? Кинь на эту, на синюю хуйню просто. Ща. Как достать? Ты же не пистолет на синюю, достал. На синюю. На... Да, вот так. Она, правильно? Это хая. Нормально, нормально. А тот попробует подпушить. Но все равно все друзья подут. А, могу. Что, на нас летит? Не знает, брат. Может быть. Вот отсюда, да. Да, когда ща по съебам красивенько дать. Бежу, бежу, посори, у... Я да, твой рот, бля! Я убил его! Хорошо! Это бля, что он делает? Джорджо Армани, хули! Все свои, бля! Три минуты. Бля... Три минуты до чего, бля? Надо ждать что-то три минуты тут? Не-не, да, вам... Вам ничего не надо ждать. Ты можешь убегать уже из зоны. Да, нам надо зонинг, брат. А я без Патриков. Вам в зону пиздец. Я тебя надропаю. У меня и пятерки, и семерки есть. Да, первая зона. Может, на зеленый сейчас залупать чела просто по пути, и все, которого мы выбрали. Там и гичик лежит, там все наши лежат тоже. Бам-бам. Пообъедать. А, так что я, блядь, парюсь, у меня этот рюкзак с щитом, блядь. Рюкзак с щитом, вообще жить будем. Он сейчас закончится уже, вот он. Палатку разобьем. Да, на тебе прям. Надо скинуть успеть, надо успеть поменять. Да у него и так пистолет. Но поменять нахуй надо минимум на третий, иначе взрывается на спине. For real? Да. Как есть, говорю, брат. А вообще, можешь все оружие выкинуть и с пистолетом вот с этим бегать. Это жесткий кольт. Кто там? Это у тебя портфель взорвался. А, да он сейчас заминирует просто и все. Пикать начал. Сейчас проиграл? Чего? Ну, выиграл. Ну же смайлик с куфлав. Вот баги у вас есть. Да, у нас баги есть еще. Да, в этой игре, блядь, их. Да? Да. Другое это дело форбайта. Говорю, блядь. Это ты когда в демку, да, играл? Их было и было 4-4 пацана, всегда были вместе как огонь. У меня у тебя... Нет, от того, что у тебя портфель сломался, да, у тебя, видишь, зона начала вот такая быть, как пища. Да ебать, конечно, блядь. Опять в Дубай нахуй приезд, что это за хуй? Опять. Я не вижу ничего. Опять что Дубай, Дубай, нахуй. Ну и жизнь, бля, ребят. Я вам Дубай ловить нехуй. Нужен little bit Алло, ты где кукуруза? Сюда Bintex есть? Yes, Bintex? Да. Да. Thank you. Поехали. Сиди ровно, сучка. Будь ко мне добра. Плохо комментировать водителя нельзя. Нести хуй нельзя. Плохие отзывы писать нельзя. Вонять нельзя, материться нельзя, нужно просто ехать. Едем.
Джонни, дальше нет, сам. Проедь мимо, проедь! Дальше мимо. Сам, Джонни. Кого? Не-не, а. Ты сам, сам. Ебали. 40 секунд, поживите. По второй раз возродим, вон она, луч. Правее, дай, правее! Он Джонни Скуби-Ду этот. Вагон. А, сучка! А, бля! Мама! 20 секунд, братва. Тише, 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 тише! Под контролем, все нормально, все нормально! Просто едь, Джонни, просто едь! Гондила, гондила! Сзади, сзади ебут потихоньку, потихоньку бля, трахают бля, сзади. Ебать, слово вспомнил. Гондила, бля. 3 секунды, все. Мы, пошел короче, рейсинг. Просто отыграем, да. О, нет, дерево! А, нет, давай не дерево. Давай сюда, Никитос, куда-то. Давай, давай. Попробуем. О! Джонни, ты был? Я без колес? Да. О, но. Бля, ебать, там плохушки. Че нам, можешь воду, ебаться, разбиться? Че там за хлопушки? Бля, вот это да, что за черти? Ну я сейчас, блядь, просто от зоны. Бэм. Две мрази, нахуй. Я еду на самокате, две бадоты в зоне сидят, высаживают меня. Ну еди сказать. Не, не едут, Никитос. Я решил. Блять, а там Джонни. А. Да. Нормально, мы вас срезали зато, братва. Вся надежда на вас. Вся сейчас. Надежда на нас. А на что там стоит? Ставка на топ-1. Ебать, вы что, угадали? Поехали, бро. Поехали. Летки. Ча, пойду курьера срезать. На Никитоса надо все ставить. Вы что привез ему курьер на ночь? Паштет. Шишули? Пиздец, бро. Одни хаешки нахуй и смоки. Я... У нас гренадер в команде, если че. У него больше два смока, ничего. Две хае. Больше ничего, окей. Так и скажем ей. Анджей Дуда, ни смоков, ни хаешек вам. Бам! У него еще одна хаешка, еще один смик лежит. Что за хуйня? Боюсь гранатами, чел. Тут вообще пусто, нахуй. Шарф реально убивается ничего, по Жуковой, называется клип. Убивается с мягким знаком. Фу, дота. Не позорь меня, нахуй. Он только в пятом классе. Не позорь. Удалить клип, в этом доме было что-то хотя бы? Нихуя бы. Смок! Еще один смок! Нет. Алё, что-то парень взяли? Да. В процессе. Хорош. А, вот и все. На. Держись, брат. Чего, у меня держись, ты всё Пусть... А, суки, блядь. Ну, сейчас у тебя на... Бро, сядь вот здесь и смотри в дверь просто. Снизу. Вниз смотри, вниз. Они не сюда не зайдут к тебе. Закрой дверь, иди спустись, закрой дверь. Все, поднимайся. Закройся, сучка. Я поднимайся. Пробью. Встань за угол и смотри. Как же сейчас хаяшечка? Можешь в комнату можешь встать. Вот. А то тут закидывают. Ну закинуть, убежишь просто. Ага. И все, и чекаешь дверьку. Сейчас, братишка, аккуратненько в топ-10 входишь, бали братве делаешь и откисаешь. Мнение? Все, нормально, работаем. Ты, Никитос, так у окна не светись, ебать, там у всех типов винтовки. Да, вот я тут вот вставай. Так. Все. Выходите, сучки. Ну будто с Панцерфаустом больше шансов вроде бы. Терминатор нахуй. Мне почему-то кажется, его забатят, откроют дверь, пропрыгнут да. мимо, он въебет, и все, я сос. Но это больше шансов с этого, понял, взорвать, чем с дробовика, он же с дробовика не попадет. Ты чем-то похож на маму Стифлера. Можно с еще под собой просто ебать, нормально. Ебать. Ну зона, бро, Никитос, тебе в полях придется ползать с этим. Да, зона, конечно, не щадит. Ну хорошо, что есть. Спасибо за подписку. Спасибо большое, Бисси, за саб. Спасибо огромное. Я? Хорошо, что есть команда, которая всегда поддержит, блядь. Я похож на эту женщину? Оу. Никого? Не пи***ть. Не пи***ть. Бля, что с названием клипа, собака, ебаная? Action Drive, мама, что это? Ого, Юля! Просто полоумный напавк приходит, это пи***ц. Меня справа закрыли, Никитос. Сука, вон они. Да? Может, ты просто с другой стороны можешь убежать под горами, бро. Ну, не обязательно через них идти.
Или смотреть на них. Бро, а тебе, кстати, не нужны ганы, да, сейчас на лейт? У нас 22 лайф, зона... Тут нет лайф, нет метра. Ганов, братух. Копстера можешь залутать или нет? Не, спасибо за ответ, сейчас соседи яйца. Не смогу. Я просто побегу. Да, беги вот здесь через горы. Сейчас смог дам в зону, залезу, в смоке сяду и все. Тю. У меня их 5. Прошу. Круто, смоки же никак не простреливаются. Братух. Как брони. Нет, если он с таким сетапом ганов сейчас кого-то ёбнет, залутает, возьмет топ-1, 5000 с меня. Нет, бро. 5000? Да долларов, нахуй. Хорошо, хорошо. 15 тысяч ему. Нет, ебать, просто... все донаты за сегодняшний стрим отдаю. Хоть так еще 100 меньше, тысяч скину. Все. Так, я могу еще откатить, да? Да, пока еще может откатить. 10 секунд не прошло. Что там есть? Он не залутан. Что там? Что там за ган? МК-14. Блять. А у тебя прицела нету, да? Есть, тут и прицел был. Блять, но 30, блядь, патронов. Бро, у тебя был дробовик. Чтобы это получше. А что-то гады, не доложили, Патрики. АВП 20 патронов. Вообще по мне насыпали, козлы. И пошел, слышишь? Куда ты? Тебе до зоны, бро, дожить надо. Бро, тебе не надо стрелять. Обезьянки, обезьянки идут, смотри, сучка спускается. Бро, стрелять не надо. Я не стреляю, не-не-не. А, ты просто как бинокль используешь? Типа. Перед тобой где-то типы, бро, слышишь по звуку? Да. Ты просто так играешь, будто... Я все понимаю, я все бачу. Ты вообще можешь ползать тут в поле, я вот в поле, блядь, сяду сейчас, да? Ложись именно. Добегай и ложись. Синенькая сейчас будет пи***ть. Хорош, Никитосик. Ну, решим вот единственное ХП отдать еще сюда. О, ползи! И просто ползи. Только не на горе, да, вот здесь подержи, подожди. Смотри. Ползет, су***, ягуар, нахуй. Голыми руками его задуши. Его серп нахуй кину. Никит, можно попробовать взорвать его? Это же невозможно. Нет. Пока придумайте. Это парашютист может один фу дать, у него же не прогружается трава. Он тебя видит. А, ну ладно, парашютиста больше нету. Ну ты можешь стрелять, мне кажется. Бля, вы смотрели вот эту миссию в Call of Duty, помните? Да, в Припяти. Макмиллан, ты? Скинул смог, поднимает, значит. Где-то тут. Смог. Куда ты достал? Погрей. Слева, бро. Бля, его закрыли, это который меня ебал, этот склад, все. А, нет, ног тули. У тебя еще Никитос, на Б можешь переключить, скорострельная она может стрелять. Да, как автомат. Боя. Ну, у нее 10 патронов. И можешь просто. залутать. 6 секунд. Какие нужны патроны сюда? Семерки. Я не верю! Я не верю! Но то, как это было... Эпично. А что, второй ган не хочешь себе взять, алё, чумазый? Не-не-не, не надо, братух. У него хуя ебать. Тихо. Ты слышишь, как кто-то поле либо тоже ползает, либо... Но зона, бро, она больно бьет. Вот он. Ух! Все, он тут один был. Ему хуярили с домов, так. Тут зона идет, бро. Блядь, сучка. Блядь, Нил. У тебя вот он. Ну, да тут, нет, конечно, ладно. Не, но это все равно сильно. Но, бро, типа... ты лучший, на... Это что? Это твоя лучшая игра за всю жизнь. Ты что? Ты ебался? Это было красиво. Чё, я чуть не подавился бургером. Бон аппетита, старый, бон аппетита. Приятного. Я уже поел, спасибо. Тихо, это быстро. Ебатом бутерброд умял просто с мясной лавки четырехэтажный, блядь, бам. В одно рыло залетело. Ну, короче, я понял. Джонни играет на уровне хомяк или копстер ЛС, ебать. Ну и Денджер Лёха. Тихо, тварь. Ну так, если стримстапить не будут, я тебе такое покажу. Что ты мне покажешь? Я тебе говорю, ты мне можешь сделать спорт. Вот такой вот смайлинг сделать? А ну. Прям сейчас? Да. В Телеграме.
Нет, нажми это. В секрет-чате только такой. Почему я веселый такой? Ах, я играю на гармошке у прохожих на виду. К сожалению, день рождения только раз. На какую деньги вы что дал? Там на топ-1 было. Вон убил человека! Деньги имеются. Все ему отдать! Догола! Диджей, ловкий саундтрек. Бля, мы сегодня ее поначалу ебашили вообще по КД, только ее, бля, хуй. Хайга. Ни одного Ирангеля, кстати. Да ни одного Ирангеля, прикиньте, за стрим ни одного. А он в ротации? Да, он, говорят, всегда в ротации, Ирангель. А, да? Что-то сегодня, бля, будто его нету. А чё, ивенты не будет, как в Фортнайте, там ракета полетит, Трэвис Скотт? Да, сейчас самолет нахуй упадет. На тебя. И вот ты сейчас стоишь на загрузочном экране, просто в тебя самолет падает. Ааа! Чё все замолчали, блядь? Я кашляю, блядь, уже старость, я умираю. А сколько тебе лет? Ты же в натуре старый, да? Мне 22. Так куда мы лезем, блядь? Бля, можно на школу упасть, расстрелять. Сколько флэшжика у? 28? Ты выдал, ну. 30? Сколько ему? 22. Годыков. Я всегда думал, что ему уже под 40 где-то. Охуеть, спасибо. Не, вот эта 30-ка должна быть. 27. Куда? В Букаки? Куда? Нормально, еще молодой. Букаки, блядь. Ну вот Буксанца. Ну там скул есть просто. Да. Можем туда уйти. Почему заиграла моя песня? Давайте на всю. Постреляем. Спасибо большое, крокодильчик 016. Куда мы? Давай на школу. На школу. Да, нахуй. Да ладно, нормально. А, я метку увидел какую-то, я падаю. Я сейчас иду. Ну, это вот. А я прицепленный. Ладно, похуй, полетели вперед. Погнали. Спасибо большое, крокодильчик. Спасибо. Бля, на перекрестке, скорее всего, люди есть. Мы типа летим назад по линии самолета. Почему? Не знаю, я похуй, я этот. Мы вперед летим. А, мы вперед летим. Ну да, ты на трейл. А, ну просто ебать справа, посмотрите. Ебать там на город, блядь. Ну это мы стрим ставили, они такие думают, ага, туда падают. Там еще дальше высадка, ебать. Я тогда зелененький забираю. Хуй тебе, понял, блядь? Мудак. Не дам, на. А кто первый будет? Давай посмотрим. Я в дальний. А у меня Flake Airlines, мне похуй, блядь. Не, вы сильно охуете, если с, по-моему, те же парашюты вижу. Но чуть дальше. Да вообще не охуеем. Вокруг нас в каждом кемпе есть, если что. Ебать, мы еще и в зоне. Охуенно. Ух ты! Ну, блядь, переза... Я раз. Кто? О, третий вест! Да, что, игра вместе выиграна? Со мной всегда вест. Вот это я пришел, блядь! Я спавнер этих. На, пулемет возьми, чтобы убить хоть кого-то в этой игре. Сука! Ух ты! Это что сейчас такое было? Я вообще по приколу, блядь, предупредительный дал, а ты... Ай, сучка! О, это охуенно. Земля круглая, бля, не забывай. Сейчас залутаемся и на шаре съебаем. Он охуеет, потому что такого нету в этом. Прострел решил дать? Такого год назад не было такого еще в PUBG. Что? Не, ключ. Шарик. Дай шарик. Собачка такая прям? Ну. Песик. Цепной. Кикаем, дай его на next. О! Чего там? Аптека. Скибать, у нас радости. А у нас! А мне этот Danger Penis настрелял, конечно же, блядь. Хилься. В больничку ходи. Энергетики запивай, У нас все вкусно. А, стрим-сапер! Клянусь! Клянись. Ебать, там что, отражение в зеркале находится? Что там? О, надо. И где? Он клянется. Слышал, слышал, слышал. Кого ты там услышал, Джонни?
Никого... Алехандро! Гигантское вам спасибо за рейд, Алехандро. Спасибо гигантское. Спасибо огромное. Я слышал. Кого ты слышал, Шизик? Ну вот так ходит. Чего? Ты больной, Джонни. С юмпом буду играть, не пихуй. Я с пулеметом буду. Нью метос. А не, юм сейчас мега мета, бро. Ну вот меня чел, я был с эмкой, меня чел перестрелял с юмпа. Я его маму целовал. Он как по 90 стирает, у него дачи вообще там нету. Так. Вы меня извините, у меня путешествие, ребят, намечается. Куда? Ну, у меня намечается небольшое путешествие. А, ты карту нашел, что ли? Нет, у меня просто небольшое путешествие. Я приеду, я вернусь обратно, честно вам говорю. Блядь, бро, ты так в следующий раз из этого же кемпа, по-моему, поехал, тебя расхуй. Не было такого. Тише. 6 аптек норм? Надо больше, да? Надо побольше. Надо побольше. Тебя просто вы***ть надо, чтоб энеми отхилились. А, хорошо. Все, скоро буду, братва. Ух ты. Куда? Теперь вопрос на засыпку. Куда выдвинулся Денджер Леха для чата? На край карты? Да за Жуковой. Блядь, закрой рот. Семерки нужны кому? Да не, нормально. А, мне надо. Хотя бы, ну, тоже бы не помешали. Шава, это что такое? Шнайперская винджовка? Она самая. А что раньше Шава знаешь? Штурмовая. А, точно. Ему впадло думать было просто. Еду. А я еду. Едет чат или? Я еду. А почему в PUBG второй слот быстрее первого достается? Так такая, ну хуйня. Поэтому туда ставят автомат. Так и сделал. Я тоже профессионал. Да, МВ это... И можно потом перебам. Да? Ну, МВ, мам... Привет, разбань, пожалуйста, своего старого мадьяра в ВК Егора решит, и он тогда пошутил в 2020 году, честно. Прошу, обрати внимание на сообщение. То, что он записал в голосовом, это был прикол. Я готов ебать ломать. У нас шар есть, может, мы куда-то полетим? Я его в зону сейчас затащил. Давай сейчас зону подождем, когда пойдет. А он что, сейчас вместе с вертолетиком будет или что? Да. Оставил мне. Да куда? Только так не убегай. Окей. Он поехал реально вот... Нашел 100% спаун, да? Да! А что я упал, блядь? Что за хуйня? Как такое может быть, нахуй? Я траву кашу пропеллерами. Дэнджер Аверлейнс. Дэнджер Лёха Аверлейнс, ребят. Airlines. Holy crapski. Бля, ты можешь куда-то полететь, не к нам, а мы туда тоже полетим на самолете. Не, давайте я за вами. А чё? А, давай. Раскрывай, я... Никита. Летела? Легко. Ребят, какие же красоты. Просто тише. Согласитесь, раскрываются... А что, подобрать надо или что? Раскрываются с этой пчелки. Как вам? Это все ради вас. Сейчас будет сделан данный полет, дорогие друзья. По правому флангу мы можем лицезреть Ох Янг, по левую у нас студию. Вот такие вот две шикарные локации, друзья. Но мы продолжаем наше движение вперед. Пристегнитесь сзади. А что, нажать F надо или что? Да, он раскроется. Ебать, надувается, нахуй, змей. Не, Эльбуз на другой карте, старик. Что, прикрепить? Да. И далеко нельзя отходить, а? Да, не, а то торвется. Вот он украл. Это пилот, это пилотник, бро. Мяу. Спасибо большое за 200. Бля, прикинь, Леха на шар бы сейчас забрал. Не поехал бы, нахуй.
Лечу, 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 лечу. Громче. Эмоции? Громче. А как на какую кнопку? У меня нету кэф на клавиатуре. О, уже пошло! Даже не знаю, куда падает. Чебоксары великолепные, нахуй. А может, Hank Noon? Hank Noon? Бля, могли вот сюда, кстати, упасть. Погнали, погнали сюда. Прыгивайте. Куда, куда? Вот, извините вот меня за такое выражение, друзья, но это плюс вайбинг. Двери открыты. Вообще. Oh, в соседнем городе, если что, у вас в гигантском этом. Бля, слышу Лёху. Джонни, прыгай ко мне! А, где? Подберу, подберу. Давай, 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 давай. Жопой, жопой, жопой. Оторвал нахуй. Ай-я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 й-
Машина вот. Да хуя ли, ребят, приехал сюда на дом. Сука. Стрим снайперы конченые. Рот дам сразу. Вот в том доме на метке. Палю какой эрит. Как? Пробежал! Да, да. Он в окно! О, он уже слевее, левее от вас, братва. То есть в левом доме еще тоже. Вот здесь один с забором. Нокнул, блядь, дота еб. Хорош! Делай. Вовик! Это Джонни! Найти Вовик 52-й, блядь, найти в чате, обоссать. Обоссать Вовика в чате. Обоссать! Вот в этом окне. На синий. Угу. На синий прям торчит шлем. Не вижу пока. Бля, вот в синем. Да, в синем доме. Точнее, в синей метке. В доме внутри, да? Да. О, окно! Белый! Вот здесь! Я подожму. Он налево перебежал вот на эту метку, на оранжевую. Я вижу! Окно пикает! Лево окно! Окночек. Так. Полезный. Пришел тебя встречать. Найс. Хорош! Все, всех выебали? Вы выебали? Да. Бля, лучше. Просто лучше. Нашли и обоссали, нахуй. Просто обоссали, блядь. Еби меня нежно, простите. Блядь, у нас смотрите, где аирдроп скинули. Блядь, это где? А, что-то на краю зоны, непонятно. Да ну нахуй, мы что не поедем, блин. А что, где тело обнокнутые? Алло, прием. Один в доме был. Ха. Подлутываем чутка. I believe I can fly. Приведут, типы. Нихуя ты припарковал самолет свой. А я перевернулся там, бро. Там небольшая ДТПшка. ДТПшка. 4 столба стоит в ряд. Я думал, это люди на... ДТПшка. ДТПшка. Бля, прям рядом. Ну надо, на соседний кем. Вот куда метку поставил. Т! Там их у**ся за этот... О! Летят. Вызвали. В город летят, если что. Три. Вызвали машину, нахуй. Нет, не машину. На 305 он там где-то пукает. Это я. Аирдроп, а, прям к нему. Вот упал, там, да. Это то, что упало синее, это да, что? Да. А, ох, Димти падает сверху. Еще. А, чешется. Да, было... Просто без пи***. Я там по чипу похуй. Ебать, не пугай думал, ебать, сзади. Походу, все. Тише! Но здесь камень уже стоит. Да, я
двоим нахуй. Брал метку. Данчик, можем на машине поехать. Не-не, бро, там несколько складов. Такая машина. Ой, хуй! Нокнутого добиваю! Убили. Смоки от чмо. Да, там нокнули. О, второй параплан. А для него... Бенз? Да, да, бензина надо. Чей? Паркинг? Они в машины будут садиться. Да-да-да-да-да. Не сядут. Сели. Лягут на... Бля, один ладно. Вышел, я по нему попал. Бля, кстати, ну, как-то через нас сейчас поедут. Ну, у них там забрали типов, и они хотят вдвоем уехать. Бля, там чел луп, лютает аирдроп, над ним пролетает вертолет, с вертолета высаживаюсь я, с юмпишки ра-та-та-та-та, немножко по хпшкам ба-ба-ба-бам, беру себе мик. Соседи тут все-таки закурили, да? Вау, негодяи. Я им говорю, стоп, бэйби, кошечка, будь моей мяу-мяукой. Она говорит, не буду, малыш, ты мой зайчик. Алло? Да, а ты думаешь, что-то будет общаться уже... после этого? Была надежда. Я взял оборонительный пункт. Тут у меня была своя КПП. КПП Лёшек. КПП Лёшек. Если что, вас ожидает. Дональд Дик играет с нами в одной игре. КПП Лёшек, если что, у нас здесь стоит, ребят. Никто не идет. У нас КПП Лёшек. Ох ты, взрыв! Почему никто не проходит через КПП Лёшек? Там боятся, братух. Все очкуют, иди на КПП. Нихуя реально КПП. Отошел на отсюда, блядь, хуесос, а как КПП работает тогда, ебать, оно просто всех отстреляет. Да, я поугарал просто. О! Блядь, это... Ладно, ты уже взлетаешь, да? А, бензо есть, да? Погоди. Бенза не знаю, я тебе хочу C4 дать. Смотри. Давай. Блять, я ее выкинул. Все, выкинул. Я думал, честно говоря, ты уже не приземлишься. На синий есть далеко чипы. Шипы. Блять. На 165 пукают. Сучки, блядь. Чем пахнет? Бля, Лёха, иди сюда. Иди сюда. Вижу! КД! А, блядь, лист, я не выкидывал ее, Лёха. Листик. Я подумал, что я ее выкидывал. Ох ты! Он у меня не выезжал, подожди. Если что, блядь. Смотри. О! Все, я на спецзадание. Все. Давайте. Ебать, слышали, давай. С глушаком на 330 хуярят. Да-да-да. Be careful, bro. Ах, ебать, зона, вы чё, угораете? Я никуда не поеду! Идите нахуй, я никуда не поеду, блядь, с такой зоны, вы чё, ебать, блядь? Это топ-1, куда я выехал? Кто там? Бам-бам-бам. Быстро повыглядывал туда-сюда, ляпс-ляпс. Дрипс-дрипс. Опа! Я ебать нахуй, как охранник об... Кто-то едет! Смотрю, всё. Тише, сучка, будь. Право, да. О, это те типы, мимо. По которым мы хуяли, да, они отъедут. Высадил. Нихуя вы. Наверное. Это так, я испугал, я просто припугнул. Ну они прям уехали, аж вон. Если туда. У них вдруг какие-то планы строились на нас, чтобы понимали, что, блин, не, ребят, лучше мимо, нахуй. Это такие чипсоиды, что ну их нафиг, реля, типа, нюдя. Блин, хочу писить. Хорим, Никитос, о, тихо, либо... где? Либо сейчас, либо никогда, Билл. Никитос. Никогда, брат. Ебать, в натуре выбрал не ссать никогда. Да ну нахуй. Ну он в трусы сейчас насыт, как обычно, и все. А в кемпе, да, вот здесь, на синей? Да, да, да. 100%. Да, в кемпе были. Вот там, ребят! У кого X4 есть хотя бы? Есть, есть, но не вижу. Там? У меня X4, да, но хуй видно даже в него. На желтой метке там трава. Ну там бегает мухомор один. Оранжевый, да, за забором стоит. А, оранжевый. Бауэм, бауэм. Сзади, 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 сзади. Что, а, вижу. А 40? Бегу. УАЗик едет. Немножко подобоссал чуть-чуть. Там опять трава, там еще нет. Ай, по мне откуда хуй? Не понимаю. Трахни меня, б***ь. Это которые приняли УАЗик сейчас. Ложусь, хилюсь. Мне по шлему дали. И в кемпе 4 типа. Бать, мне шлем дали.
А где сзади? Убили? Да они проехали, ты гуманоид. Огромная тачка ехала, гигантская. Ровер 4x4. Вот чел стоит, только не стреляйте по нему, он один. Двое чипов. Вот это по мне хуярили. Они знают, трое чипов аирдроп. Они с аирдропским! Fuck you, man! Ебать. Меня нежно! Залезли, будут хилить. Хуй, нарыло. На камне? А, вижу. Все. Прибегает. За камнем, попал. Я жопу смотрю на всякий случай, чтобы на себя обошли. А ты за своей жопой. Хорошо, прибегают. Они не отхилили своего. Блять, там кулемет, слышишь, аирдропный. Еще одного. Добили одного. Ебаш, жри. Они в хуй ситуации. Один направо убежал, второй влево, Волга лег. Сука, было бы на чем доехать до них. На двух. Тихо, тачка? А, наш. Это Леха. На синий, да, до сих пор? Там еще, да. Брат, там еще за зоной они, походу. Еще да, за зоной. Да, в зону, в зону бегут. Вижу, бежит за камнем. На 70. И где-то еще тихо. Он один поехал, да посмотри, сука, ёбаный герой. Накидал. Убил. Сука, соснел. Есть пятерки, дам. Нет, 400. Нокнул за камнем еще, ребят, там два рыла. Я бегу. Сотку дал. Аирдропный в пасхалате, дал ебал, блин. Я бегу. Вот там, прям на оранжевой метке. Не, я понял, я имел в виду стрелять. Что, может, хаешку дадим туда по приколу? Дал хае туда. А нас, по идее, потом... Опа. А сзади трахнуть не могут случайно? Да не, могут, вон там. Забей хуй, никто тебя не выебет, Джонни. У тебя жопа лохматая. Точно. Протектор уже, блядь, вшитый в прямом смысле. Вот вижу, прибегает с камня. Маскалатник. Попал. Здесь в кусте. Попал еще раз. Нокнул на вот этой метке. Его друг. Настрелял. Оранжевый лоу. Просто, сейчас. Блядь, тычку не больните. Давай, в прыжке. Въебал ему нахуй. Кто? Так. Быстро лутайтесь и съебаем нахуй. Бля, там нету шлема. Нужен пи***. Не видел, брат. А, тут третий броник мертвый есть. И по 90! Шлем, похуй, нормально. По 90? Никто не берет, окей. Вот здесь зеленый. Я не беру, я Лехе оставил. Третий рюкзак. Где по 90? Где? Да, зеленую метку сюда, зеленый. Иду. На зеленый. Знаешь, что я еще взял? А. АВМ. Ебануться. Вот видите, куда дроп падает? Вес третий можете взять, братва. Можете взять вес третий. Окей. Блин, 7 патронов, прикиньте. Все, зона. На что, на по 90? На АВМ. А. О, ну семерых убиваешь. Бля, может сейчас вот этот еще аирдроп получится залутать. Они как-то правее стреляются. Где там мыши сидят, Я у тебя под столиком, я мышка. Че, по левой зайдем? Я кем пишет, давай отрахаем друг друга в жопу. Че, что мне ответить? Нас 4 человека. Да. И их типа 5. То есть два сквада. Один прямо перед нами стреляет с глушителя. Пихуй, все нормально, не ссы. Вот это дерево, клянусь, оно мне не нравится. Да не, бро. Они вот все впереди, между собой стреляются, видишь? Какое дерево? Че ты меткаешь? Налево? Ты че, вообще больной? Тут высадка, слышишь? Я за право за камни стану. Да. Они будто бы под красным аирдропом. Опа. Я буду двигаться потихоньку. Двигайтесь аккуратно. Лутанный? Вторая сишка. Да. Они в компе, в том кемпе. Ну, Три сишки! Одному дал пи*** в компу. В компе на я чуть-чуть лево обхожу. Ребят, окей. Там слева ворона, может быть. Ворона летит. Третий шлем целый. Ебать, я убил типа. Че, вот это мне надо. Там нокнутый был, оказывается. Где? Метку. На синей метке нокнутый был. Вот там. И там, возможно, еще... Вот здесь чел! Два чела бегут! Метку дал зеленую! А, все. За забором! Прошли, двое было, там два чела. Вижу, хилится. Мимо на... Блять, они там друг друга, все, они в два остались. Даже, наверное, два осталось. О, бэби. Так их два осталось и на четверо, мы ебем сейчас. Да, надо. У меня фама, блядь. Как мастер сплинтера учил, на... Будто бы не успею с него пострелять. О, бэби. А может, эту тачку взорвем, и она с плэшем даст им побежать? А ВМчик скинул на себя. Я фама с МКшка. Они в смоку, да? Возможно, да. Не, они вроде в дом я видел. Смотри, что мы делаем. Никита, отходи. У меня операция. Смок накинули. Накинули, ты что, дальше смок? Перебегают. Да перебегают. В смоке в левом.
Попал, он лоу. Он супер лоу. Хорош? Нокнул. И ласт. Хорошо. Сковородками поебал войну. Пойдем, пойдем, пойдем. Сковородка нету, мы это смотрим. Он справа, 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 справа. Be careful, bro. Отходите, братва, отходите. У меня спецзадание, отходите. Давайте, давай, давайте отойдем. Делай, делай. Через окно это вылезешь. Припайром в окно. Я отвлекаю. Припайром в зоне, он в зоне. Он умрет от зоны сейчас, он долбоеб. Я отвлекал. Ему похуй. Стой. Давай. Я говорил, припайром. Три, Леха, два. Леха, давай, смотрю. Еее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 ee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 e
сделано. Кто нокнется? Я мог не нокаться! Чё, главное? Нами меня? Ёбаный нахуй, брат! Бум, шоколадка нахуй! Да есть же! Ебать, у него безвыходная ситуация, бро. Бля, а я две слишки заложил, я просто хожу еще, я еще и третью нашел. И я думаю, мы обязаны взорвать эту хуйню. Бля, просто я думаю, заживо, у тебя есть сишки или нет, ну типа, бля, бля, это охуенный ля финале, это охуенный ля финале, это просто гаддемчки. Ладно, это заебись была игра. Там, наверное, чек май дэмэдж. Не, у нас нормально должно быть. У каждого по 400 минимум. Клэп в честь флэшжекау, ребят. Честно, мне было трудно представить кого-то, кто играет хуже Никича. Спасибо большое, спасибо большое. Ладно, на контрасте в натуре красава. Бля. Так, все, я оф. Я заебался, пиздец. Слава богу, что закончили этим топом. Да, да. Мы всю игру, мы весь день сегодня хуй сосали. И в конце, ну, бля, ну мы ни хуй не делали. Не, мы ебали еще каждой катке по 400 фан. Да, бля, еле-еле мы играли.